для девочек, ну, мы с вами понимаем, да, кожа – это залог красоты. Ну, в любом случае, кожа должна быть чистой, она должна быть ухоженной, и она должна сиять. Вот как раз о сиянии мы сегодня с вами поговорим. Это очень важно. И это сегодня в тренде, что удивительно. Ну, то есть всегда вроде как сияющая кожа была в тренде. Но сейчас какой-то бум просто в связи с тем, что корейская косметика взошла, просто ворвалась в нашу жизнь. Мы понимаем, что сияние – это вот такой некий... некое такое вот мерило, да, если у тебя лицо сияет, значит, ты за ним ухаживаешь, значит, все у тебя хорошо, значит, ты ухоженная, ты красивая, ты считаешься стильной, модной сегодня. Я не знаю, почему только сейчас об этом задумались. Сияющая кожа – это всегда здорово, это всегда молодость, это всегда свежесть и так далее. Гемоглобин как держите без мяса и молочки? Я его не держу и не отпускаю. Я считаю, что есть куча заменителей и белка, и жиров, и аминокислот в растительной пище. Чтобы вы понимали, наш организм – это не свалка. Наш организм, особенно наш желудок, это не мусорка, в которую можно набросать все, и нехай он там сам справляется. Нет, наш организм, и особенно наш желудок и кишечная система – это тонкая химическая лаборатория, очень тонко настроенная, которая сама в состоянии синтезировать все, что ей надо. То есть так же, как из животного белка, так же из растительного белка. То есть вы из растительных компонентов можете вычленять белок для себя, какие-то там энзимы, все самое важное, оно есть в растительной пище. Поверьте мне, ну вот, я же еще как-то живая, и вроде еще нормально выгляжу, и достаточно сильная, и, можно сказать, даже выносливая. Почему? Потому что организм перестраивается со временем, и он начинает синтезировать все, что нужно вам для жизни, он сам знает, да, чего ему там нужно для жизни, из растительной пищи, уж поверьте мне. Если вы не верите мне, вы можете погуглить, и вы всегда найдете информацию об этом. Есть люди, которые в принципе не едят обработанную термическую пищу, они едят только сырую, только растительную пищу, и тоже как-то живые. Но чтобы вы понимали, самое сильное животное на планете, самое большое – это слон, животное на планете, они все вегетарианцы. Горилла невероятно сильная, она тоже вегетарианка. Ну, где-то же она берет и белок, и гемоглобин у нее не падает. Просто все гораздо проще. Это мясное лобби, которое, к сожалению, сегодня правит миром, но я думаю, это ненадолго. Да, из-за того, что пятница, действительно... К сожалению. Но у меня другого времени не было, но мы сохраним с вами этот эфир обязательно. И остальные посмотрят, кто сегодня не смог. Сколько лет прошло после фильма «Платина», но вы до сих пор красивы. Ну, не так уж много лет и прошло. Только там красиво. Да, да. Не так уж много лет и прошло, я не успела постареть. Я не успела сдать. Поэтому, да, после этого фильма прошло много времени, но я там совсем девчонка, и играла девчонку, сестренку героя, если вы помните. «Платина» – классный сериал, посмотрите, он такой экшен-боевик, мы снимали его в Узбекистане, в красивейшем городе, который называется Бухара, есть там старый город, и я приехала из Бухары со съемок с огромным количеством посуды, вы знаете, да, в Узбекистане очень красиво расписывают посуду, и я прям приехала с таким возом посуды из этого старого города. Офигенно, конечно, было. Всегда с теплотой вспоминаю эти съемки. Нет, неправда. Не всегда. Но если вам приятно так думать, то я вас ни в коем случае не отговариваю. Думайте, что у меня всегда по 10 человек в эфире. Ну, есть вы, и слава богу, кто это написал. Я рада и 12 людям, и для одного бы я рассказала человека. В этом не вижу никакой проблемы вообще. А вы какого года? Сестренка Дангатара, точно! Я играла его сестренку. Я 83-го года, мне 36 лет, я уже говорила. Я родом из Ташкента. У меня в Ташкенте тоже, мы жили на Чуланзаре, когда я была совсем маленькая. И я знаю Ташкент неплохо, и Алайский базар тоже знаю. Да, я была у ясновидящих, но я вам советовать не буду ничего. Извините, но я вам ничего советовать не буду. Потому что, ну, такое себе мероприятие. Кто-то сильно видит, и таких прям единицы. Кто-то говорит, что видит, а на самом деле нифига не видит. Поэтому никого я вам советовать не буду.
Вот серьезно, вы должны здесь чувствовать сами. То есть, если вы чувствуете человека и чувствуете с ним какую-то связь, вы можете к нему идти, наверное. Я не советую вам, на самом деле, этим увлекаться. Да, может быть, можно назвать нас земляками, но мы не родом из Ташкента, просто у нас там были родственники, поэтому я когда была маленькая, мы там жили, на Чиланзаре, я помню, на третьем Чиланзаре мы жили. Здравствуйте, здравствуйте. Я сразу узнаю своих подписчиков по аватаркам. Не меняйте аватарки, пожалуйста. Не меняйте как можно дольше аватарки и свои ник-имена, никнеймы, потому что я вас по ним узнаю и всегда очень рада вас видеть. Да, наверное, пришло на дедушки, потому что я не помню. О, теперь я вас вижу. I can see. Теперь я вас вижу. Привет из семей. Здравствуйте, семей. Очень рада вам, Толкын. В Москве живете? Да, я живу в Москве последние 14 лет и работаю здесь в кино и представляю в российском кинематографе и казахстанский кинематограф. Привет. Нет, не в Алмате. В Алмате я бываю часто. У меня там все близкие, все родственники бывают часто. Мальчики, я вас сразу предупреждаю, потому что у меня были прецеденты. Кто будет пошлить, хамить, блокирую раз и навсегда. Просто чтобы вы понимали, что здесь не прокатит. Я не буду делать вид, что я не замечаю. Я просто вас заблокирую и все. Поэтому давайте будем вести себя достойно. Спасибо. Я эти очки забываю, в принципе, вообще везде. Они какие-то у меня горемычные. Недавно забыла в такси. Слава богу, попался хороший, замечательный, кстати, узбек таксист, который сказал, без проблем. Маша, растерявшая, я тебе все привезу, привез. Спасибо ему огромное. Я постоянно забываю эти очки. Я их обожаю. Ну, то есть они прям и к форме лица подходят, и диоптрии там самые правильные. Постоянно забываю эти очки, блин. Но они все время возвращаются. Скажи, что это за очки? Это очки для пожилых людей. Когда я покупала очки, я смотрела стенд, и мне понравилось очень то, что они такие вот авиаторы, я все время в всех эфирах это рассказываю, и я говорю, вот эти мне покажите очки, что это за очки такие? Они говорят, ну это стенд для пожилых людей. Я говорю, ничего страшного, давайте. Вот они. В Алмату переехать хотели бы? Ну, я пока здесь живу, и что значит переехать? У меня там родина, у меня там родственники, у меня там мое сердце, я часто бываю. Чтобы на постоянное место жительства? Нет, пока нет. Пока нет. Пока я здесь работаю. Как дела? Хорошо, сегодня я буду рассказывать вам, девочки. Вот у меня целая батарея косметики. Я вам буду рассказывать про самые работающие средства для лица, для волос, даже для ногтей кое-что. И я думаю, что вам будет полезно. Единственное, что я вас хочу попросить, девочки, перед тем, как мы начнем, возьмите, либо заметки откройте, либо сообщение, либо ручку с бумажкой, потому что я вам буду показывать какие-то средства, и вам нужно будет, наверное, записывать то, что вам больше всего понравится. Либо мы будем делать с вами скриншоты. Все умею делать скриншоты же. То есть я вам буду показывать какое-то средство, фиксировать его, чтобы вам было его видно. И вы будете делать скриншоты именно того, что вас заинтересовало, потому что это... Реально мои жемчужинки, я их всю жизнь собирала, и сейчас я на этих всяких разных своих средствах сижу и слежу за собой, и они мне очень помогают оставаться в форме, оставаться симпатичной и с хорошей кожей. Поэтому имейте в виду, нам сегодня с вами понадобится... Достали листочки, в школе, достали листочки, сегодня мы пишем контрольную. Нет, контрольную мы не пишем, но мы должны с вами сегодня запомнить очень многое, потому что в посте я всего сказать не смогу. Вот это все, сейчас вам покажу. Вот это все. Я вам в посте написать не смогу. Именно поэтому я делаю эфир. Я думаю, вам будет очень интересно, очень полезно. И я даже заморочилась и нашла, где вы в Казахстане можете купить некоторые средства. Это тоже очень прикольно. И в конце эфира будет маленький бонус. Досидите до конца эфира, я дам вам промокод моего любимого магазина корейской косметики, где я покупаю, и там будет такая приятная скидка для моих подписчиков. Вдруг какое-то средство вам понравится, вы сочтете необходимым его приобрести. Вы известная личность, как защищаетесь от глазов, с глазов и порчи? У меня есть техники. Я защищаюсь не просто, а защищаюсь зеркально, поэтому все, кто захочет чего-то мне прислать...
буквально в течение месяца получит это обратно. Поэтому не советую. У меня есть опыт и защиты, и большое количество знаний на эту тему. Поэтому защищаюсь, и я уже спрашивала вас в сторис, если вам интересно, напишите мне об этом обязательно в директ или ответьте на какую-то сторис, если вам интересны техники по защите себя от глаза, от негативной энергии. Ну, просто кто-то посмотрел, человек плохой пожелал или позавидовал, тоже очень негативно сказывается на потом на здоровье. Действительно работает, все есть энергия. Мы должны понимать, что энергетический удар – это и есть. Глаз, порча и все остальное. Обязательно надо защищаться, особенно девочкам. Обязательно. Спасибо, Медина, очень приятно. Сегодня я вам расскажу, как выглядеть молодо. Если вам нравится, как я выгляжу, то этот эфир для вас. I'm very sorry that that life is for Russian speaking people. And that's why I can't talk with you in English. I'm very sorry. Not right now. Успехов в творчестве. Да, ждем созвездия Микаэля. Я жду сама созвездия Микаэля. Скоро будет мой фильм. Дай бог, я очень жду и очень много потратила энергии и времени на создание этого фильма. Но он вам понравится. То есть вы пойдете в кинотеатр, я уверена, вы кайфанете. И потом напишите мне свои эмоции, потому что я... Вся наша команда и я, мы очень долго работали над тем, чтобы этот фильм случился и стал просто таким душевным. Я думаю, вам понравится. И там есть такие уникальные штучки, что мы будем вас удивлять этим фильмом. Поэтому да, спасибо большое, мы тоже ждем. Павел, это не вы меня откачивали? По-моему, это тот самый врач, который меня откачивал, когда я в одном из кадров падала в речку, помнишь? Зимой, когда я чуть не подохла. И я вам честно говорю, это было самое холодное, что вообще со мной приключалось в жизни. Я плавала в горной реке в минус 15. Блин, мне никогда в жизни так холодно не было. Я рыдала буквально от холода. И у меня был замечательный врач скорой помощи. Всегда дежурила скорая помощь для того, чтобы, если что, меня откачивать. Вот, по-моему, это вы, Павел, нет? Когда выйдет фильм? Когда выйдет фильм? Какой прекрасный вопрос. Я надеюсь, скоро. Я вам ответила на этот вопрос, почему не организовала фан-встречу. Посмотрите мои сторис. Илья Саврянов, спасибо вам огромное, мне очень приятно. Ну что, скажите, давайте, может быть, мы будем потихонечку начинать. Девочки, отпишитесь мне, пожалуйста, вы готовы? Потому что я сейчас буду рассказывать, показывать. И мне надо, чтобы вы были готовы. Мне надо, чтобы вы успели записывать. I can't understand the language, but great. Learn Russian, honey. Learn Russian. We know English. You know Russian? No? Thank you for, joining us today. Спасибо большое. Девчонки, начинаем? Я вам сегодня столько секретов хочу рассказать, и мне прям не терпится, у меня столько всего хочется вам рассказать. Я так давно готовила этот эфир. Может быть, он будет еще, может быть, да, скорее всего, он будет еще более удачное время, но сейчас вот как получилось, так получилось. Только сегодня я могу. Готовы, да? Okay, I will learn. Очень умная, красивая. Спасибо. Самое главное, что... Опять же, я никогда не ухожу от тематики, все время возвращаю вас к тематике. Сегодня девочкин эфир. Сегодня мы говорим о косметике, уходовой косметике. И мне надо, чтобы вы записывали. Мне надо, чтобы вы записывали, чтобы вы потом могли заказать то, что вам надо. Я ненавижу негатив, очень плохо к нему отношусь, и поэтому я буду блокировать вас, ребята, если вы будете писать всякую фигню. Очень плохо отношусь к негативу. Такие сообщения я не приветствую. До свидания. Love Russian people. Начнем, да? Смотрите. Смотрите, вы можете делать скриншоты,
просто готовьтесь к тому, что вам, наверное, будет... Я буду прям какое-то время застывать для того, чтобы вы успели сделать эти скриншоты. Готовы, отлично. Либо записывайте, потому что я вам буду показывать, как это называется, и мы с вами будем запоминать те средства, которые больше всего вам понравятся. Хорошо? Анара. Все, готовы, да? Потому что болтать можно долго, но времени, наверное, не у всех есть много времени. Но тоже, да? Ну, то есть мы рассчитывали на 2 часа. 2 дня анонсировала эфир, и максимум был 20 человек. Ну, это пятница, наверное. Хотя, не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, вновь прибывшие. Здравствуйте. Вновь прибывшие. Готовимся делать скриншоты, либо берем ручку-бумажку. Сейчас я вам буду рассказывать свои секреты. Секреты красоты. Чем я пользуюсь. И что действительно работает. Не высокая ценовая категория, средняя ценовая категория. Реально работающие средства. Are you actress? Yes, I am. Привет из Кызылорды. Кызылорда, привет. Так, давайте начинать, да? Потому что я чувствую, что дольше просто мы никого не дождемся. Ну, хорошо. Просто вы очень долго просили этот эфир. И мне очень стыдно, но я в течение там 2 месяца никак не могла собраться. Это же целая работа, это же надо сесть, все прям вычленить самое лучшее. Посмотреть, где это можно купить в Казахстане, для того, чтобы не просто вам сказать, вот эта баночка реально работает. Я хочу, чтобы это была полезная информация, чтобы вы сразу понимали, где это можно приобрести. Вот. Поэтому давайте потихонечку начинать. Да? Да, давайте начинать. Значит, первое, что я хочу, наверное, Лёксе Панном расскажу. Да? Да. Сначала я вам расскажу про Лёксе Пан. Значит, есть такая фирма. Вы прекрасно ее знаете. Она есть везде в Казахстане. В какие бы я ни заходила торговые центры, я не знаю, там их очень много разных. Но Лёксе Пан есть везде. Вот что хорошо. Я думаю, что в Евразийском Союзе он, наверное, везде есть. Да, и в Украине, и в Казахстане, и так далее. Вот эта фирма... Наверное, здесь будет лучше видно. Называется она Лёксе Пан. Вот она. Видно ли вам? О, вот так лучше видно. Это масла. Это, девочки, вновь прибывшие, готовимся делать скриншоты. И готовимся записывать, потому что информации будет много. И вся гиперполезная. Я старалась. Значит, компания Лёксе Пан, она специализируется, во-первых, они cruelty-free, то есть они не тестируют на животных, что самое крутое, но даже не в этом счастье. Счастье в том, что у них есть миндальная линейка. Миндальная линейка – это счастье для моего обоняния, потому что пахнет это так, что хочется просто целыми днями сидеть и намазывать себя этим маслом. Есть 2 вида масла. Первое масло, оно для... Вот так оно выглядит, оно темнее, чем вот это масло. Выглядит оно, ну, обычным маслом, можно сказать, таким вот, вот такое оно тягучее, оно для душа. То есть после того, как вы помыли свое тело, после того, как вы уже полностью смыли с себя грязь, я очень советую наносить вот это масло. Оно пенится, оно по принципу гидрофильного масла пенится сразу. И увлажняет кожу и обволакивает ее какими-то правильными, я так до сих пор этим не увидимо, это действительно миндальное масло, видимо, это свойство миндального масла. Оно обволакивает какой-то такой нежной вуалью, и трогать себя после этого, конечно, просто невероятно приятно. Ну и кому-то, естественно, трогать вас тоже. Есть 2 вида, вот миндальная коллекция, там еще есть куча средств, но я пользуюсь только маслами. Вот это масло. Это масло для душа. Выглядит оно, еще раз говорю, оно темнее. Это масло после душа. Если вы будете использовать эту линейку, вот эту именно линейку, которую я вам показываю, в купе, то есть вместе, вы свою кожу просто не узнаете. Кожу тела. Вот это пахнет оно уже сейчас так, что, ну, это просто счастье. Ваша кожа преобразится с
первого применения. Вот что круто. То есть вы только наносите вот это масло на себя под водой, естественно, ну, то есть как гель для душа практически. Но это увлажнение. Ваша кожа сразу напитана, она сразу увлажнена, и вам приятно ее трогать. Это масло, оно наносится уже после. Вы уже вышли из душа, вы уже протерлись полотенцем. Естественно, сильно кожу не трем, просто промакиваем. Наносите вот это масло. Это масло просто льется. Это масло, которое после душа, оно брызгается. Вот таким вот образом вы его брызгаете, наносите. И свою кожу не узнаете. И люди, которые к вам прикасаются, счастливы от этих прикосновений, потому что она, во-первых, оно имеет накопительный эффект. То есть кожа становится все мягче, глаже, красивее, однотоннее. Можно просто на ручки наносить, естественно, для того, чтобы увлажнять. Эта штука со мной уже, ой, даже не знаю сколько. 10 лет точно? Ну, 10 лет точно. Да, вот мне Машка подсказывает, 10 лет точно, потому что это масло, это самое лучшее, что есть сегодня, растительное, естественно, не суперхимическое, для вашей кожи. Стоит оно, я не помню, сколько оно стоит, по-моему, 1000 с чем-то рублей. Но оно имеет очень экономный расход, смотрите, какая огромная бутылочка, они обе большие. Вы можете приобрести один из этих товаров для начала, для того, чтобы просто посмотреть, для того, чтобы просто убедиться в том, что я... говорю вам правду. Эти штуковины, я без них не живу. Если я летаю куда-то, они летают в маленьком формате со мной. У нас сейчас нету рядышком. Есть такие маленькие пробники. Я вообще с ума схожу по пробникам. Даже не пробники, а маленькие форматы. Называется travel формат. Оно всегда со мной. Потому что, ну, как вам сказать, наверное, это лучшее, что было в моей жизни для тела. Называется L'Occitane. Давайте я вот так вот сделаю, а вы сделаете скриншотики. Видно вот так вам? Вот, вы можете сделать скриншотики. Называется, компания называется, магазин, бренд называется L'Occitane. L'Occitane пишется, double S, две S. Миндальная коллекция. Миндальная коллекция, миндальная линейка, масла для тела. Успели сделать скриншоты? Если нет, напишите. Это совершенно потрясающая штука. Ваш мужчина будет в восторге, он будет от вас не отходить, он будет вас наглаживать постоянно, вы сами будете сидеть и говорить, господи, какая я мягкая и нежная, и бархатистая. Офигенная штуковина, еще раз говорю, масло для тела. Это масло для душа, то есть это после того, как вы уже смыли с себя всю грязь, вы увлажняете этим, это по принципу геля для душа, оно пенится, масло для душа. Эта штуковина после душа. Вы можете увлажнять ручки, вы можете увлажнять какие-то свои твердые, сухие части тела, они у всех разные, обычно это, конечно, коленки и локоточки. Запомните, пожалуйста, самое лучшее, что сегодня есть, из недорогого, мы, конечно, можем с вами обсудить, что там стоит 1000 миллионов до небушка, но я не пользуюсь такими дорогими средствами, я пользуюсь тем, что я сама для себя в течение жизни насобирала. Я вот такие дорогие средства даже не тестировала еще. Вот такие вот штуковины. Масло «Миндальная коллекция». Офигенная штуковина. Я думаю, что вы вернетесь ко мне и скажете мне огромное спасибо за совет. L'Occitane. У них много всяких прикольных штук, но вот эта линейка, это счастье. Я не знаю ни одного человека, которого бы я посоветовала, а я все время всем советую эти масла, чтобы они не вернулись и сказали, слушай, что ты раньше не сказала. Поэтому, ребятушки, L'Occitane. Есть во всех торговых центрах в Алма-Ате. Вы просто заходите, и охранника первого берете за ноздри и говорите, чувак, пожалуйста, подскажи, где магазин L'Occitane. И они вам покажут, где находится магазин. Миндальное масло. Это первое, что я вам хотела рассказать. Продолжая тему тела. Есть компания, которая называется The Body Shop. Это бренд The Body Shop, который представлен магазинами в России. В Казахстане я не нашла представительства, то есть амбассадора, который бы занимался этим, но я нашла сайт. Сейчас я вам скажу сначала про средства, и я скажу, где можно купить. Где можно купить, Динара, можно купить в любом торговом центре в Казахстане. Заходите в торговый центр, говорите, где магазин L'Occitane. Вам говорят, вот там магазин L'Occitane. Заходите, говорите, миндальное масло мне дайте, пожалуйста, для душа и после душа. И они вам дадут. Есть маленький формат. Опять же, вот я вам показала большие бутылочки, есть маленький формат. Вы можете взять маленький формат, вот такой travel, который я очень люблю, и попробовать. Я вас уверяю, вы вернетесь за большим форматом. Теперь мы продолжаем тему. Конечно, полно, вот Марина не даст соврать. Конечно, полно L'Occitane есть везде.
Для того, чтобы наша кожа на теле была мягкой, нежной, для того, чтобы нам было приятно к себе прикасаться, для того, чтобы люди, которые случайно прикоснулись к нам, офигевали от того, какая нежная у вас кожа, для того, чтобы ваш любимый человек просто не отходил от вас и говорил: «Боже, ты облачко, ты потрясающе мягкая, нежная у тебя кожа, шелковистая». Для этого мы используем вот такую штуку, не пугайтесь. Это щетка компании The Body Shop, которая предназначена для сухого массажа. Сухой массаж мы делаем себе сами, тогда, когда мы считаем нужным. Это может быть раз в день, это может быть раз в неделю, это может быть раз в месяц. Но прорабатываем круговыми движениями все свое тело. Что мы делаем этим самым? Мы снимаем верхний слой, который уже отработал свое. Мы же знаем, что такое регенерация, да? У нас же кожа постоянно обновляется. Мы прорабатываем круговыми движениями все свое тело. Особенно хорошо, ну, как обещают производители этой щетки, она борется с целлюлитом. Но я не использую для этих целей, я использую для того, чтобы обновлять кожу. Любое масло, вы знаете, оно впитывается лучше, когда кожа обновлена, да, когда она... У нее нет там 4 слоев, которые надо отшелуживать. Но эта щетка от компании The Body Shop стоит дофигища денег. Она стоит 1200, по-моему, рублей, умножьте на 6, это будет тенге. Нафиг нам это не надо. Берете любую щетку, смотрите на ее жесткость, смотрите на свою кожу. То есть у вас кожа может быть супер-гиперчувствительная, как у меня. На меня плюнь, у меня уже что-нибудь вылезет. Я люблю эту фразу, потому что я не знаю, на что она реагирует сегодня, на что завтра. Я выбрала себе эту щетку, она оказалась чуть-чуть жестковатой, чем надо. Я прорабатываю ей не все тело. Мы можем взять любую щетку, сейчас не ржать, абсолютно любую сухую щетку. Я забыла вот эту щетку с собой, когда ездила в Алма-Ату. Эту я купила на каком-то базаре. Я зашла, просто поняла, что она мне нужна. И я ее забыла и наткнулась на вот эту. Машка, что ты говоришь, что это щетка для обуви? Ну, может быть, кстати. Вот стоит она 200 тенге. Вот на ней до сих пор написано. Любая щетка, которая вам подойдет по жесткости. Берете щеточку, трогаете ее, понимаете, что она вас не травмирует, вам не больно, вам не дискомфортно, и прорабатываете все части. Особенно у нас вот здесь у девчонок, вы знаете, есть такое... Так же, как и на попе. Иногда бывают такие вот неприятные... Вот вы трогаете, да, и вы понимаете, такие маленькие, такие тык-тык-тык-тык, как гусиная кожа. Очень хорошо справляется с этой штукой. Просто на сухую, перед душем ли, перед сном ли, неважно, мы прорабатываем эти зоны. Просто вот сидите, там телек смотрите или какой-то сериал любимый залипли и прорабатываете. Через месяц-два использования вы офигеете, как у вас поменялась кожа. Естественно, после употребления, после использования этих щеток мы увлажняем кожу. То есть мы сняли верхний слой. Верхний слой снимается, прям увидите, такая пыль будет лететь с нее. Это и есть роговевший слой клеток, который мы подснимаем во время того, как мы принимаем душ. Эта штука очень хорошо именно равняет и полирует кожу. И если вы отполируете свою кожу месяц, потом начнете тело, потом начнете пользоваться маслами, вы офигеете, я вам обещаю. Вы офигеете с того, насколько у вас изменилось просто состояние кожи и насколько вы стали по-другому себя ощущать. Вот правда, вот вы будете трогать себя и понимать, что, ну, наверное, вот так лучше, наверное, вот так вот идеально. Поэтому запомните, сухой массаж. Об этом мне сказала одна очень умная тетенька очень давно. Она мне посоветовала, потому что у меня вот здесь постоянно были такие вот, как будто я замерзла. Это у меня наследственно, у нас у всех женщин в семье есть такая тема. У меня почему-то она больше, чем у остальных женщин в моей семье. И я пользуюсь вот этими щетками. Очень крутая штука, но, еще раз, обязательно увлажняем после этого. Мы засушили там все, мы сняли этот слой, и обязательно потом каким-то увлажняющим средством либо пошли в душик, и маслом, либо там кремом для тела, чем вы пользуетесь, обязательно увлажняем. Поэтому сухой массаж – это круть крутая. Это совет, который на все времена. Вы должны это запомнить. Вы один раз попробуете, ну должно пройти какое-то время, да, месяц вы попробуете, месяц вы этим позанимаетесь, а потом вы увидите, как поменялась ваша кожа. Поэтому я вам предлагаю просто попробовать. Она может быть любая, грубая, нежная, вы должны выбирать ее сами. Девчонки, вот вы сами взяли щетку в руки и попробовали. Если вам больно, значит, она для вас слишком грубая. У нас у всех разная кожа. Я не смогу вам сказать, возьмите эту, или возьмите ту, или возьмите какую-то еще, потому что мы все разные. Понимаете, вы должны сами по жесткости определиться. Взяли щеточку, попробовали, нормально вроде, приятно. Это очень приятное на самом деле ощущение. Я говорю, вы сидите перед телеком и вот прям себя такими круговыми движениями отшелушиваете себе верхний слой. После этого увлажнили, и мы счастливы. То есть
Вы грубость и жесткость определяете для себя сами. Это совет номер один по уходу за кожей. Давайте мы запомним. Щеточки, сухой массаж. И это еще, естественно, работает с рельефом. Это еще достаточно серьезно как-то там воздействует на обменные процессы подкожные. Потому что выводится лишняя влага посредством вот этого массажа. Это в любом случае массаж. Любой массаж, он, его можно назвать дренажным. Да? Вот это то же самое вы делаете только сами себе и вручную. Поэтому сухой массаж, запоминаем. Любую щетку вы можете взять, которая вам подходит. Дальше. Продолжая тему, мы сейчас к лицу подойдем медленно, продолжаем тему тела. Компания The Body Shop, помните, да, я вам сказала, вот так вот выглядит название The Body Shop. Давайте мы с вами запишем, заскриншотим The Body Shop. Я для вас нашла сайт, сейчас я вам про него расскажу, где в Казахстане можно купить продукцию этой компании. Я вам хочу посоветовать две вот такие вот штуковины. Блин, они реально крутые, вот серьезно, они работают... Вот лучше у меня не было. Это варежки такие, ну, они кажутся варежками, на самом деле это мочалка. Да, это мочалка, самая удобная, правильная, на мой взгляд, мочалка, какая может быть. Может, многие уже знают, что есть такая штуковина. Это мочалка для тела, для того, чтобы мыть тело. Вы можете мыть тело, не знаю, мылом, чего я делать не советую. Какими-то, не знаю, гелями для душа, не знаю, тем же самым маслом. Но вот эта мочалка, у нее, во-первых, ей очень удобно мыться тупо, да, ну, потому что она выглядит как перчатки, и вы моетесь вот таким вот образом, промываете все части, которые вам нужны, ну, это очень, очень удобно. Но! Удобно одно, у нее очень правильная жесткость у этой мочалки. То есть вы, опять же, весь вот этот верхний слой, особенно когда жарко в Казахстане, сейчас нереально жарко, я приехала просто в ужасе. Я приехала в плюс 11, встала вот так в аэропорту и сказала «Аллилуйя», потому что я падала в обморок, как жарко. Что происходит, когда жарко? На нас мы потеем, на нас липнет всякая фигня. Вот вы проехали по городу, налипло столько всего, а мы же еще с короткими рукавами, жара, лето, налипает всякая фигня. Выхлопные газы, пыль дорожная, все что угодно. Именно вот этим, вот этой вот штукой она смывается просто за один вот такой вот слайд. То есть вы, вот эта жесткость, она мало того, что она отшелушивает и смывает все, что вам нужно, она еще имеет правильную жесткость, она не травмирует кожу. Я вам говорю, это совершенно серьезно и авторитетно заявляю, как человек с очень, еще раз повторюсь, очень чувствительной кожей. Поэтому вот эти штуковины, это просто находка. Ни одна мочалка не справляется так быстро и так качественно с загрязнением. Это тоже The Body Shop. У них есть, у нас тут далеко, у них есть такая коробочка ознакомления с продукцией The Body Shop. Там они есть, бесплатно. И вот такая вот штуковина, сейчас я про нее расскажу, тоже есть в этой коробочке. Вот так она выглядит. Good things inside. Классные штучки внутри. Компания The Body Shop специально создала эту коробочку. Там есть эти варежки для... того, чтобы мыть свое тело, ну, варежки-мочалка. Там есть вот такой спонжик для того, чтобы мыть свое лицо, сейчас я про него расскажу. И она недорогая, эта коробочка, но вы можете познакомиться с косметикой The Body Shop. Она действительно крутая и недорогая. Там есть всякие штуковины, вот так это все упаковано. И там есть сэмплы их самых лучших товаров. Ну вот, мне понравилась вот эта штуковина, это просто увлажнялка. Она есть в большом формате у меня, я просто увлажняю, я ей мажу там шею, зону декольте и так далее. Есть маслица вот такое, но мне вообще не зашло, я вообще не люблю масла, это очень тяжелая штуковина. Но и куча всяких приятностей, например, варежки для того, чтобы мыться. Вот такие вот просто офигенно нереально пахнущие гели для душа. Просто супер-мега. И они держатся на коже, эти запахи, что самое крутое. То есть вот такую штуку я вам советую приобрести. Стоит она недорого. И там есть вот маленький формат того, что вам, может быть, понравится. То есть компания The Body Shop, еще раз сейчас я вам покажу их логотип. Она специально сделала такую коробочку для того, чтобы вы могли познакомиться с этой маркой. Но если вы не хотите приобретать коробочку, вы просто возьмите эти варежки, потому что это лучшее, что можете. Представляете, как это удобно. Рука, варежка. Вы моетесь, и вы можете прорабатывать все, все, что вам надо, достать куда угодно, не мочалкой, вот этой виходкой, знаете, как в Советском Союзе, а вот прям удобненько, везде, где достали, все помыли, и вот эта жесткость, она прям
такая, как надо. То есть она и вроде и жесткая, то есть такой скрабирующий эффект на полном серьезе, но не травмирующая кожу. Что вот это такое? Это спонжик для умывания. Сейчас я вам его покажу. Мы с вами должны очень серьезно подходить к тому, как мы ухаживаем за лицом. Девочки, милые, пожалуйста, как можно реже сводите к самому минимуму контакт вашей кожи с водопроводной водой. Это супер секрет. Водопроводная вода, что в России, что в Москве, что в Алмате, очень плохая. Она хлорированная, она жесткая, у нее отвратительный неправильный pH. И мы должны понимать, что это прям смерть. Она иссушивает кожу, она покрывает ее всякой фигней, которая нам не нужна. Поэтому сводите к минимуму контакт с кожей. Это может быть бутилированная вода. Полили себе, помылись. Протерлись. Это могут быть мицеллярки. Я сейчас вам покажу мицеллярку, без которой я просто не живу. Ей пользуются все гримеры, мы сейчас до этого дойдем. Но для того, чтобы я не прыгала с темы на тему, опять же, компания The Body Shop. Недорогая, про духи я сегодня тоже расскажу. Недорогая марка. Самая правильная, на мой взгляд, жесткость. Она не травмирует кожу, когда мы ему. Это может быть гель для умывания. Это может быть молочко для умывания. Это может быть даже мыло. Только, пожалуйста, не сильно щелочное. И вы вот таким вот образом массажными движениями смываете макияж, загрязнение, просто вспотели или еще что-то. Вот такими вот движениями у нее очень правильная жесткость. Она рельефная. Видите, какая? Вот она рельефная. И она прям как будто собирает все эти остатки грязи, еще чего-то. Вот такая вот маленькая, упругая и очень правильная по жесткости штуковина. Вот, компания The Body Shop. Давайте я вам еще раз ее покажу. Теперь где можно ее купить в Казахстане? Заскриншотите, пожалуйста. Заскриншотили? Напишите мне. Заскриншотили? А, купить ее можно в магазине, который называется... Сату.кз. Мы специально погуглили для вас. Прям сату.кз. Там точно есть The Body Shop. Мы прям посмотрели. Я не знаю, есть ли там этот набор, но посмотрите, ладно, можете просто погуглить, где может быть The Body Shop. Мне кажется, магазины The Body Shop тоже есть в торговых центрах во всех в Алма-Ате, так же, как и L'Occitane. Вот эту штучку запомните, потому что я испробовала кучу разных приспособлений, корейских, и таких, и сяких. Что-то вообще не смывает макияж, потом приходится мицелляркой все это добирать. Что-то травмирует, и у тебя потом такое красное лицо, как будто ты его в кислоту окунула, потому что слишком жесткое. У этой штуковины очень правильная жесткость, и она смывает весь ваш макияж. Конечно, вы можете пользоваться тем, что вам удобно. Я вам советую то, что удобно мне, учитывая, что у меня очень аллергичная кожа, очень реагирующая на любое прикосновение, на любую микротравму даже, поэтому для меня это крутая штука. Динара, можно купить в торговых центрах, я думаю. Да, Satu.kz – это сайт, прям вот английскими буквами. S-A-T-E, ну как U, да, и русская, .kz. Интернет тормозит. Ну, в Казахстане тормозит, к сожалению, да, это я уже убедилась. Вот, посмотрите там. Вот на этом сайте я много чего нашла о том, о чем я сегодня буду вам рассказывать. Поэтому The Body Shop возьмите себе на вооружение. Вот именно такие помогалочки, помыть лицо, чем помыть тело, это очень хорошо брать там. Это недорого и реально очень круто работает и надежное. Ну, вообще, вот эти штучки, на самом деле, они настолько классные, что у меня первую пару сын забрал. Он просто забрал, сказал, ой, так удобно, можно я заберу, и забрал. Мне пришлось следующий покупать, поэтому реально работает. Если даже подросток заценил, они же у нас вообще капризные ребята. Компания The Body Shop, Satu.kz. Ну, если что, вы можете погуглить. Может быть, The Body Shop действительно представлен. Просто возьмите в Гугле, вбейте в Яндексе The Body Shop. Продукция. И вам Google выдаст, где это можно купить в Казахстане. Я думаю, что где-то все-таки можно. Что я не знаю, где. Дальше. Дальше мы с вами переходим к лицу. Самое интересное, самое важное. Сейчас я хочу максимум вашего внимания. Потому что давайте начнем... С чего бы нам начать? Давайте начнем с либидена, например. Я категорически против. Я настаиваю, чтобы вы тоже этого не делали. Ни в коем случае не используйте скрабы для лица. Скрабы, я имею в виду те, у которых мелкие частички, которые
которые вы вот так вот возюкаете по своему лицу, они травмируют ваше лицо. Это микротравма. Нравится вам это, знаете вы об этом или нет. Это микротравмы всегда. Сегодня 21 век. Вот эти вот все скрабы, они уже остались в прошлом веке. Сегодня мы используем либо пилинг-скатки, вы знаете, что это такое, пилинг-скатка, либо кислоты. Все, по-другому мы никак от ороговевших клеток, от закупоренных черных точек, от комедонов, мы никак по-другому не очищаем лицо. Только либо кислоты, либо пилинг-скатка. Это мой самый большой совет. Пожалуйста, не травмируйте свою кожу. Как только есть какая-то микротравма, обязательно есть риск того, что туда попадет какая-нибудь зараза, какая-нибудь фигня, которая воспалится и будет какой-нибудь прыщик или еще что-нибудь. Поэтому не надо этого делать. Есть компания Либридерм. Я у них ничего не покупаю, потому что я не хорошо знакома с этой косметикой, и там ее очень рьяно рекламируют. Я очень подозрительно отношусь к тому, что так рьяно рекламируют все блогеры подряд. Но вот эта штуковина, это пилинг-скатка с соком ромашки. Что такое пилинг-скатка, если вы не знаете? Стоит она тоже сколько? 200 рублей, ну то есть может быть 1000 тенге она вам будет стоить, может 1200. Она есть в аптеках точно. Есть большие аптеки в Алма-Ате, есть первая аптека, вторая одна на Фурманова, вторая на Аозева. Большие аптеки, там точно есть Либридерм, я видела. Вот именно этот пилинг-скатка, вы после применения этого пилинга, дай мне, пожалуйста, уже открытую, вы не узнаете свою кожу. Почему? Потому что весь верхний слой, вот вы накладываете тональный крем, накладываете пудру, и вы видите прям вот каждую пору, у вас прям, да, это у всех у нас есть, потому что она такая становится рельефная, то есть тонак, он сразу вытаскивает все несовершенства кожи, она не гладкая. Вот эта штуковина, простите, вот, она справляется с этим на ура. Это то же самое, что я вам показала, просто здесь она новая. Я сразу заранее покупаю себе еще одну, потому что она офигенно работает, она недорогая, она с ромашкой. И прям не аллергенная, очень клевая. Вот, это запакованный вариант. Вот я вам показываю не запакованный. Пилинг-скатка. Как это работает? Здравствуйте всем. Вы наносите небольшое количество на пальчик. И прям на чуть-чуть слегка увлажненную, а лучше на сухую кожу, просто начинаете круговыми движениями вот так вот убирать верхний слой клеток, который уже и так отмер. Который дает вот эти вот маленькие фигнюшки, когда вы накладываете тонак. Прям видно их, вы же знаете. Вот вы наложили тональный крем или пудру, или крем. И прям такие вот они маленькие-маленькие штучечки какие-то. Я не знаю, откуда они берутся, но они, видимо, почему они не уходят, когда ты моешь лицо, они, видимо, там вот как-то пока держатся. То есть ороговевший слой, он остается, и его можно смыть только либо механически, я вам говорила уже вот этой вот твердой штукой, либо пилингом скаткой. И после этого пилинга вы свое лицо трогаете, и такое ощущение, что вы трогаете стекло. Вот насколько выравнивается тон. Да, на сухую кожу, либо чуть-чуть пальчики можно намочить водой. Еще раз говорю, компанию Либридерм я хорошо не знаю, я не пользуюсь их косметикой в принципе, потому что я не знакома с ней, но когда однажды я попробовала эту штуку, я осталась не раз и навсегда. Это пилинг-скатка, которой мы пользуемся не часто, да, надо понимать, что все-таки это пилинг, пользуемся раз в неделю, вы будете счастливы, вы будете довольны, вы будете постоянно трогать свою кожу и говорить себе, да, наверное, вот такое состояние кожи меня больше устраивает. Давайте мы заскриншотим. Сделаем скрин. Такой. Чтобы нос был симпатичный. Вот. Здесь в составе есть ромашка, поэтому она сразу успокаивает кожу. Не будет вот этого ощущения красного горящего лица, как после химических пилингов, после миндальных пилингов. Вот мы ходим все к косметологам, они наносят нам пилинги, и мы потом красные, как будто мы на солнце обгорели. Очень нежно снимает вот этот вот слой кожи, который дает вот эти вот бугристости. Да, все, девочки, успели, да? Либридерм, пилинг, скатка с ромашкой. Просто попробуйте. Еще раз, вы когда наносите вот так вот, вы потом вы прям увидите, знаете, когда сильно грязная кожа, такие катышки под руками, знаете, да, бывает, наверное, вот так вот делаешь, и прям видите, как эта грязь, она скатывается в такие катышки. Вот то же самое будет у вас на лице. Вот вы будете вот так вот делать, и вы прям будете чувствовать такие большие катышки. Чем меньше у вас останется ороговевшей кожи, тем мягче будет лицо, тем больше, значит, вы сняли.
Прям вы увидите, у вас прям под руками, под пальчиками будет вот эта вот грязь, вот этот вот роговевший слой, вот эти вот отмершие клетки. Едем дальше. Я смотрю, что вы успели все заскриншотить. Едем дальше. Продолжаем тему лица. Давайте я вам теперь расскажу про... Умывашка, да, умывашка. Это просто счастье, это радость. Штучка от La Roche-Posay. Есть во все... Это, опять же, аптечная косметика. Есть во всех аптеках. Называется она Эфаклар. Это целая линейка. Вот прям за скриншоте потом расскажу. Это целая линейка косметическая. Эфаклар она называется. У меня еще был тоник, лосьон, но он кончился, и я уже попросила, я, к сожалению, смогу вам показать. Это умывашка. То есть это вот как раз вместо мыла не надо пользоваться мылом. Там щелочь, пожалуйста, вы сушите свою кожу, вы высушиваете свои поры. Как только пора чувствует, что она высохла, она начинает интенсивно выделять сало, чтобы заполнить, чтобы увлажнить эту пору. Что такое выделение сала в поре? Это закупорка поры. То есть это на ощупь неприятно, это черные точки, они могут быть белыми, это закупоренные поры, мы ходим на чистку для того, чтобы это все вытащить. Эфаклар борется с этим идеально. Иногда, не дай соврать, можно даже не наносить крем, ты забываешь, что ты умылся. Вот настолько это комфортная штуковина. Она работает с любой кожей, вот у нас с подругой совершенно разная кожа, абсолютно разная кожа, и нам обеим она зашла просто на ура. Умывайтесь ей каждый день, если вы хотите. Каждый день ее можно применять для ежедневного применения. Очищающий пенящийся гель для жирной и чувствительной кожи. У вас кожа может быть не жирная, у меня не жирная кожа. У меня Т-зона, как у всех девочек, она, конечно, иногда блестит, и я прям чувствую, что она такая к концу вечера, уже к концу дня она жирнеет, как у всех девушек, неважно с какой кожей. Вот эта штуковина очень хорошо с этим борется. По цене я вам сказать не могу, но она не очень дорогая. У меня все сегодня не очень дорогое, не переживайте, я специально... Здравствуйте, я специально подготовила вот именно свои самые любимые средства, а очень сильно дорогими средствами я не пользуюсь, так же, как и очень дорогую одежду я не ношу, это смешно. Ну, то есть, я считаю, за маечку отдать там 300 баксов просто потому, что на ней написано Dolce & Gabbana, ну, это глупо. Поэтому у меня своя философия. Очень крутая штука, работает, ей пользуются многие визажисты, ей пользуются многие блогеры, и это как раз... Та вещь, которая не рекламная, вот мы ее рекламируем, вы ее все пользуете, они нам заплатили. Это просто рабочая аптечная косметика. У нее очень большой миллилитраж. Вот она такая огромная, я сейчас вам скажу, сколько она. 200 миллилитров, ее хватает на дофигища дней. Даже, наверное, месяцев. Месяц. Год половину. Да? Ну вот, за год вот такая вот половинка у меня ушла. Отвечаю, вот этой темой вы будете умываться, и вы... Увидите изменения, у вас меньше будет высыпаний, у вас меньше будет покраснений, у вас будет чище лицо. Да, в аптеке, я думаю, что в аптеке как раз эту штуку очень легко найти. Опять же, вбивайте в Google La Roche-Posay, вот такая косметика, она много где есть, La Roche-Posay, у вас, наверное, перевернута, ну, заскриншотите, потом посмотрите. Эфаклар, и у нее есть лосьон. Как он правильно называется? Сужение. Для сужения пор, да-да-да. Он точно такой же синенький, ну, в таком тюбике. Нет, к сожалению, вам показать. В таком тюбике я им протираю лицо практически каждый день. Там есть спирт, поэтому часто нельзя этого делать. Но я после того, как сняла макияж, для того, чтобы кожа начала дышать, я протираю им. Эфаклар. Вот эта линейка, вот она, от La Roche-Posay. Эта штуковина прям вот не просто сняла вам макияж, не просто вас умыла от какой-то там пыли, она реально работает. То есть она, у нее у меня выравнивается цвет лица, что удивительно. Какие-то мелкие черные точечки попропадали просто все. Вот это вот крутая вещь. Эфаклар. Успели сделать скриншот? Напишите мне. Если не успели, я вам еще раз покажу. Ладно, кто не успел, напишите, я вам прям специально для вас поднесу и покажу. Еще раз. Лосьон для... Сужение пор и умывашка. Вот это умывашка. Вот ей можно умываться каждый день. Действительно меняется состояние кожи. Просто состояние кожи. Вот вы смотрите на себя в зеркало, вы понимаете, что да, кожа совершенно по-другому выглядит. Успели. Умнички. Едем дальше. Так, теперь давайте про маски. Очень важно сегодня в уходе за собой использовать маски.
правда важно. Потому что век вот этих вот тяжелых, жирных кремов, как наши мамы пользовались и как мы в юности пользовались, этот век прошел, и слава богу. То есть все эти крема некомедогенные, они забивают поры, потом обязательно какие-нибудь вылазят фигнюшки, какие-нибудь прыщики и еще что-нибудь забивается поры. В общем, бякушка происходит. Извините меня, я вот так вот общаюсь, да, всегда. Поэтому нам нужно всегда использовать маски. Маски сегодня правят бал. Корейцы зашли со своей косметикой в весь мир и произвели просто революцию в уходе. Чем? Конечно, качеством, конечно, растительными компонентами и масками. Маски – это основа ухода сегодня. Маски могут быть совершенно разные, вы подбираете их под свои потребности, вычленяете те, которые работают, опять же, методом проб и ошибок. Я выбрала для себя маски, которые называются Glam Glow. Блин, они дорогие, сразу говорю. Вот такая одна фигнюшка стоит 1500, но там не так много ее. Это мини-набор, опять же. Для путешествий есть большие, они по 3500 рублей, по-моему. Умножайте на 6, вы получите тенге. Маски все на основе глины. Блин, это лучшие маски, которые у меня были. Называются они Glam Glow. Они есть разные. Абсолютно разные. Вот на белой видно, на черной не видно. Glam Glow. У них у всех в составе глина. Глина работает хоть голубая, хоть белая. Она работает всегда. То есть вы можете быть уверены, если вы купили что-то с глиной, значит, она будет работать. Glam Glow. Я люблю очень вот эту черную маску. Это маска на выход. То есть вы ее нанесли, она будет пощипывать, она будет немножечко жечь. Там есть такие маленькие ошметки, не пугайтесь. То есть я когда первый раз нанесла, я не поняла, там такие прям кусочки. Это кусочки чистого листа зеленого чая. Она тонизирует, она собирает, она, у нее очень выраженный лифтинг-эффект, она практически сразу делает ваше лицо абсолютно подготовленным к макияжу. Это некая такая процедура красной ковровой дорожки. Щипит, да, правильно вы говорите, у меня тоже щипит, но нужно потерпеть немножечко. Если щипит слишком сильно, выберите другую маску. Она щипит, потому что она работает. Она работает, жжет, да, все правильно. Она работает, она сужает поры, она буквально полирует ваше лицо, и я делаю ее перед макияжем. То есть вот если я куда-то иду на весь вечер, мне надо, чтобы этот макияж продержался, а это прям такая проблема, проблема, мы с вами знаем, чтобы макияж держался. Я наношу эту маску ненадолго, на 5-7 минут, и после нее кожа просто вот как будто я только что родилась. Как будто это попка младенца, а не щечки. То есть вы накладываете тонат, и он прям идеально ложится. Если вам щипит какая... А какая у вас? Какая у вас щипит? Вот у меня щипят все Glam Glow. Но, опять же, не обязательно брать Glam Glow. Вы можете взять любую маску, у которой в составе есть глина. Девочки, солнышки, у нас с вами подходит к концу этот час. К сожалению, мы очень долго всех ждали. Я к вам вернусь ровно через 5 минут, потому что у меня столько всего интересного еще для вас. Возвращайтесь ко мне. Я расскажу вам, какими глинами можно заменить вот эти дорогие маски. Я к вам вернусь ровно через 5 минут и расскажу вам все свои. Вот такая система у Инстаграма, он через час эфира заканчивает эфир, поэтому я, если не успею за следующий час, я буду к вам возвращаться, но я думаю, что я успею, осталось. Я попробую покороче рассказывать. Такая система просто, я не знаю, почему он через час заканчивает, кто-то хочет больше поболтать. Здравствуйте. Но в прибывшем здравствуйте, мы сейчас продолжаем. Я напоминаю, что у нас сегодня эфир для девочек. Мальчики могут просто послушать, если им интересно. Может быть, приобрести какое-то средство в подарок своей девушке, своей маме, своей сестренке, своей жене. Работающие средства, которые реально работают. И мы сегодня с вами говорим об этом. Я вам напоминаю, что это не реклама, я никакой не бьюти-блогер. У меня тут куча-куча разных средств, абсолютно разных компаний, разных фирм, которые я пробовала на себе, которые я мало того, что опробовала, которые действительно работают, и все они из среднего ценового сегмента. Это надо понимать. То есть
то, чем я пользуюсь сама, и что на самом деле офигительно работает. Мы сегодня говорим о косметике, об уходовой косметике, об уходе за телом и за лицом, и за волосами немножечко об этом поговорим. Давайте вы подтягивайтесь, потому что у нас с вами еще есть что пообсуждать. Поэтому подтягивайтесь, давайте, ребята, и мы продолжаем. Продолжаем. Вижу, девчонки, вас вижу. Все, вы пришли мне, готовы записывать. Мы с вами говорили о масках Glam Glow. Маски Glam Glow я вам уже показывала. Они состоят из глины. То есть у них основной компонент это глина. Вот они такие, они есть большие, есть маленькие, они есть разноцветные. Вы должны тут выбрать для себя ту маску, которая работает для вас. Вот здесь лучше видно. Glam Glow. Это не дешевая маска, не демократичная, но ее можно заменить. Она реально, любая глина работает, вы это должны помнить. Любая маска на основе глины работает. Если вы не найдете Glam Glow в Казахстане, если вы не хотите переплачивать, я вас очень хорошо понимаю, просто это очень удобно, да? Ты взял с собой такую вот маленькую штучку, забросил ее в сумку, улетел куда-нибудь на командировку. Вы можете, конечно, заменять, сейчас я расскажу, чем. Вот такие они есть разноцветные, у них разные, они разные по запаху, разные по своему действию, но в принципе работают все маски Glam Glow. Как понять, что она подходит мне? Пробовать. Вот эта штуковина, вот это вот маленькие, вот эти маленькие штучки, они идут в наборе, это специальный промо-набор, они идут вот так в наборике, это недорого стоит. Вы можете попробовать все, что я и сделала. Вот оранжевую уже нет, оранжевая супер, вот оранжевую я вам сразу советую, просто берите ее смело. Маленькую, большую, любую, оранжевую. У меня осталась зеленая. Она для общего оздоровления кожи осталась голубая для глубокого увлажнения. Она мне не понравилась. Она очень липкая. Я ее несколько раз использовала как маску. То есть вот таким большим слоем наносишь ее, потом салфеточку убираешь сухой и остатки распределяешь. Ну, такое себе, честно говоря. Фиолетовая очень крутая тоже. Она тоже выравнивает офигительно просто кожу. Но оранжевая, вот здесь ее у меня нет, еще раз говорю, она идеальная. То есть ее наносишь и на ночь, и перед встречей, и перед макияжем, и перед чем угодно. Офигенная штуковина. Просто Glam Glow. Но, еще раз, если вы не хотите переплачивать, если вы не хотите заморачиваться и искать, просто вдумайтесь. Есть куча масок на основе глины. Маски на основе глины продаются везде. У меня есть еще вот такой вот вариант, она огромная. Я ее купила до того, как я стала пользоваться Glam Glow. Она с огурцом, но тоже на основе глины. Компания, я так и не поняла, Miss называется. Тоже очень хорошо. Нет. Glam Glow все пощипывают, но не все. Не все, но некоторые из них, ну, большинство пощипывают, но не все. Та, которая оранжевая, про которую я вам говорила, она пощипывает очень, очень терпимо. И просто у нее не красное лицо. Оранжевую, возьмите себе оранжевую. Она прям крутая. К сожалению, у меня ее нет. Вот это тоже на основе глины маска. Вот так вот она выглядит. Вы ее на себя тоже наносите. Какое-то время, 10-15 минут ходите. Практически, ну, не сказать, что прям такой же эффект, но тоже очень хороший эффект. Ее я не знаю, где вы возьмете. Она у нас продается в каком-то специальном органическом магазине. Я даже уже не помню. Ну, то есть на основе глины может быть куча масок. Если у вас нет возможности взять эту маску на основе глины, вы можете взять просто глину. Вот эта глина, я вам расскажу историю этой глины. Я работала на проекте, снималась в фильме, который называется «Вычислитель». Офигенный фильм, фантастика, мы снимали в Исландии, там снимался Винни Джонс, который снимался в «Карты, деньги, два ствола». Я до сих пор радуюсь, что мне удалось поработать с таким большим артистом. Там снимался Женя Миронов. Мы снимали фантастику. В Исландии такая страна, она совершенно другая, там вообще другие совершенно разные люди, то есть она обособлена, это некий остров, никак не сопряженный с другой сушей, с другими континентами, и они там вот сами по себе эволюционировали, развивались, они совершенно другие люди, там другие рельефы, другие ландшафты, у них другой подход вообще в принципе ко всему. И гример, которая нас гримировал артистов на этом фильме, на этом проекте «Вычислитель», она взяла вот эту глину, принесла ее и сказала, ей уже дофигища лет, на самом деле, помните, какого года этот фильм? Она принесла эту глину для того, чтобы делать
таких вот, там были такие типа монстры у нас, мы актеров гримировали, им делали такую слипшиеся волосики. Они должны быть у нас такие были страшные, которые живут на земле. Рус, привет! Руслан Седьмой. Привет, братик, рада тебя видеть. У нас сегодня девчачий эфир, но мы очень рады тебя видеть. Это просто глина, которую она делала волосы, которую она делала а-ля грязь на лице. Когда я ее спросила, что это такое и не вредно ли это, она сказала, ты что, это крутейшая вещь, это глина, тогда я была далека от этого. Глина, лицо, причем здесь это, но это было совсем давно. И она мне дала вот эти остатки, вон уже у меня совсем немного осталось, и сказала, ты просто попробуй. Я наношу это на лицо, на волосы. После этого, конечно, качество кожи, оно гораздо круче. Да, Русик, наберу обязательно. Прям закончится эфир, наберу тебя. И просто глину вы нашли в магазине. Голубую ли, зеленую ли, белую ли. Глина бывает разная. Почитайте, какие у нее показания. Если у вас жирная кожа, берите для сухой. Если у вас аллергичная кожа, берите, которая там борется с раздражениями. Но вот глина в составе, как Glam Glow, которую я вам сейчас рьяно рекомендовала, реально работающая. Да, щипит, но работает. Ничего страшного, чуть-чуть можно потерпеть. Так и всех остальных масок на основе глины. Основной ингредиент – это вот она, это глина. Причем вы можете, я говорю, просто зайти в магазин, какую-нибудь хозяюшку, да, наверное, и просто спросить, есть ли у вас косметическая глина. И просто ее накладывать. И посмотрите, как ее надо накладывать в аннотации. И на волосы, и на руки, и на зону декольте, и на шею, и на лицо. Запомните, на основе глины. Это очень прикольная штука. Да-да-да. Вот. Так что Glam Glow, запомните, вы успели заскриншотить. Прям крутейшая штуковина. Они есть маленькие, они есть большие. Маска, которая делает ваше лицо просто идеальным. После нее макияж ложится так, как будто он там всегда был. Как будто он там жил, этот макияж. Да, есть еще разные приспособления. Если вы не любите руками наносить маски, но это не совсем удобно, потому что где-то ты поднадавил, у тебя там маленький слой, где-то ты большой слой наложил. Любую кисточку берете специальную для глины. Вот у меня такая от фирмы Эльф. Это очень недорогая бюджетная фирма Эльф, любую, она такая резиновая, ей очень удобно наносить маски. Они, опять же, продаются в любом магазине, просто спросите, просто придите и скажите, мне нужна кисточка для нанесения масок. Здесь вот такая, чтобы, такая вот она, для того, чтобы прорабатывать какие-то зоны недоступные, но в основном она вот так вот выглядит, очень приятно и очень равномерно накладывается масочка. Очень удобно, можете пальчиком, как вам удобно, мне просто пальцем неудобно, я не могу никак рассчитать толщину вот эту вот. Толщину слоя масок. Так, по маскам вроде все. Сплэшка. Девчонки, я сейчас еще расскажу вам про некоторые средства, но сейчас я хочу рассказать вам про жемчужину моей коллекции ухода за собой. Это маска. Я уверена, что вы не слышали. Здравствуйте всем вновь прибывшим. Я уверена, что вы не слышали, потому что это не распространено еще. Это только-только сейчас вышло на рынок. Называется это чудо-сплэш-маска. Сплэш от слова всплеск. Английское слово всплеск. Сплэш. Сплэш-маска – это революция в уходе за собой. Эта штуковина поменяла в принципе мое отношение к уходу. В принципе, мой ритуал и мой вечерний мацион, когда я ухаживаю за собой. Это уникальная штука, которая работает с вашей кожей, как не работает ничто. Здесь в составе кислоты. Кислоты мягкие, кислоты, которые просто полируют вашу кожу. Эта компания называется Bliss. Я нашла вам эти слышки в Казахстане. Вот такая молодец. Вот она называется, компания Bliss. Прям в скриншоте. Это ради этого эфир сегодня. Это офигенная штука. Они есть разные. Они из трех цветов. Есть желтая, вот такая она для сияния, для увлажнения. О, боже, я не могу даже вам передать, что она делает. Она просто меняет ваше лицо. Не знаю, вот я пользуюсь, это у меня уже третья баночка, вон уже осталась половинка. Очень мега, ультра, супер экономичная штука.
То есть вы как пользуетесь сплэш-масками? Сейчас я вам расскажу. Видите, есть 200 миллилитров у меня. 200 же это. Есть по 150, сейчас вышел новый формат. Вот есть еще такая зеленая, сейчас я вам про них расскажу. Есть еще фиолетовая. Что такое сплэш-маска? Опять же, сплэш от слова «всплеск». Вы берете мокрыми руками на влажное лицо, делаете несколько капелек. На. Еще раз, у вас ладошка мокрая, там уже есть водичка, лицо у вас влажное. Делаете несколько капелек, сейчас покажу поближе обязательно, Динарчик. Несколько капелек, она пахнет прям кислотой, абсолютно безопасная, не переживайте. И вот, вот этой вот жидкостью, которая у вас получилась, водичка со сплэшкой, просто вот так вот, вот такими вот движениями наносите на лицо, на руки, на шею, на все части тела, которые вы хотите увлажнить, на волосы, на полном серьезе. Они блестят потом так, что просто как стекло, как в рекламе, помните, как в Гарнье у меня блестели, но там они блестели за счет, конечно, краски, потому что она была свежей нанесенной, и за счет большого количества света. Так снимается реклама для волос, реклама для средств по уходу за волосами. И наносите вот такими вот движениями на лицо, на шею, на руки. Можете на все тело наносить, но мне просто жалко ее на все тело. У меня для этого есть масло L'Occitane, я вам про него рассказывала. Остаточки остались, прям на волосы наносите. У нас волос состоит из таких вот, как они называются? Чешуек, да, ну из таких чешуек. И эта маска, она прям запечатывает эти чешуйки, тем самым она делает волосы блестящими. Сегодня у нас эфир про красоту, про уход за собой. И эта маска, она покрывает ваше лицо, вы ее не смываете, прям оставляете. Вам не нужен, опять же, крем, она увлажняет супер. И вы эту маску оставляете прям на ночь. Вы можете на нее нанести крем. Вы можете на нее ничего не наносить и лечь спать. Она работает с порами. Она работает с тургором. Она работает с рельефом кожи. Это офигенная штука. Сплэш-маска от Bliss. Вот так называется. Вот я вам поближе показываю. Делайте скриншотики. Сейчас, пробуешь? Да, там прям видно хорошо. Вот. Есть маленькая, есть 150, это 200 грамм. Вот эта штуковина, это просто счастье. Я так счастлива, что я, наконец, нашла для себя идеальное уходовое средство. Это, ну, я не знаю даже, как вам спеть еще дифирамбы этой штуки. Она поменяла мою кожу. Кожа стала гладкой, кожа стала потянутой, кожа стала так сиять, что я теперь хайлайтер наношу только чуть-чуть вот сюда и чуть-чуть над губой. Иногда наношу сюда, но только когда я вечером куда-то еду. Но сияние, оно как бы изнутри идет. То есть сама кожа, она полируется благодаря кислотам в составе этой маски. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядят пробники, я специально сохранила. Вот их есть три формата. Вот они. Есть желтая маска, и она идеальная, она всем подходит. Пожалуйста, запомните это. Вы просто вы офигеете с того, как она работает. Есть зелененькая, это работает с вашей кожей. На сияние, на увлажнение, на общее состояние. Это работает с вашими порами. У нее в составе тоже зеленый чай, да, по-моему. Она занимает, ну, у нее антиоксидирующее действие, и, естественно, она работает с порами. Каким образом? Она их чистит, она их вычищает, она растворяет сальные пробки. Сальные пробки – самая большая бяка, которая мешает нам выглядеть ухоженно. Есть еще фиолетовая, ее я вообще не поняла. Она пахнет потрясающе, она пахнет просто какими-то ягодами, прям очень круто, но я ничего, никакого эффекта от нее не поняла. Она, в принципе, работает так же, может быть, даже немножко хуже. Про нее вообще забудьте, я вам ее не советую. Вот желтая, это то, что... Вот это я тоже временами наношу, именно для того, чтобы чистить поры, для того, чтобы она работала с порами. Но желтая – это must have, вы должны ее иметь. Есть вот такие пробники. Сейчас я расскажу, где ее взять. Есть вот такие пробники в любом магазине, где она продается. Вот она фиолетовая, которую я не советую. Может, кому-то из вас она подойдет. Она имеет лифтинг-эффект, против старения, что-то, мне не нравится. Вот, вот желтая и зеленая. Желтую прям запомните. Вот она, еще раз вам показываю. Вот так вот выглядит. Вот она.
Это маска на все времена, на все случаи жизни. Вы без нее не сможете жить. Вы, у вас будет совершенно другая кожа. И вам, поверьте, вам понравится состояние вашей кожи, как на нее ложится макияж, как она реагирует на раздражение, на любую неблагоприятную погоду. И как вообще она выглядит без макияжа, вы будете просто довольны. Это жемчужина моего ухода. Я без этой маски не живу. То есть она всегда со мной. Она, если она, например, я куда-то еду, я ее обязательно переливаю в маленький формат и увожу с собой. И практически, ну, не скажу, что каждый день, но раз в несколько дней вы просто должны ее использовать, если вы хотите, чтобы ваша кожа качественно изменилась. Вот так она выглядит. Я для вас поискала, где она в Казахстане продается. В Казахстане она продается на Korean Market. Магазин называется, по-моему, что-то такое, korean.ru. Ну, вы погуглите Splash маска. Как только вы введете словосочетание Splash маска Bliss, Blithe, вот она пишется, Bliss, вам сразу вылезет. Но есть замечательный магазин, которому я бездонно, безбрежно благодарна. Называется он Ask. mask.ru. Магазин находится в России. Там есть все. И у них почему-то все самое крутое. Что бы я у них ни брала, это работает. Я на это подсаживаюсь. И я прям вот всем это советую. Я для вас, мои дорогие девочки, мы с магазином Ask Mask приготовим для вас сюрприз. Так как она находится в России, это этот бренд, точнее, этот магазин Ask Mask, и там можно купить большинство из того, о чем я вам сегодня еще расскажу, для вас специально существует теперь промокод, который звучит очень просто, Линда. Промокод, который вы, позвонив туда, называете, и вам делают скидку 10%. Вот эти 10% вы можете использовать на доставку, для доставки. Понимаете, о чем я? То есть, если вы не нашли в Казахстане эту штуковину, это просто счастье. Просто счастье для кожи. Это просто... Не знаю, как еще вам рассказать о ней. Если вы не нашли в Казахстане, то вы можете заказать на askmask.ru. Есть у них и страничка в Инстаграме AskMask, прям вбейте AskMask, она вам вылезет. И там у вас будет по промокоду Линда скидка 10%. Вот эти 10%, которые останутся, вы можете использовать для доставки. Они отправляют компании СДЭК. Это очень надежная компания, огромная компания, которая обязательно вам все приведет, привезет в лучшем виде. Пожалуйста, запомните, Splash маска от Bliss. Офигеннейшая штуковина. Давайте я вам еще раз покажу, потому что, честно говоря, весь этот эфир только ради того, чтобы вас познакомить с этой маской. Я не понимаю, почему люди до сих пор о ней не знают. Я не понимаю, почему люди до сих пор не попробовали и тоже не радуются своей коже. Ну, видимо, нужно рассказывать, видимо, нужно людям говорить. Я же тоже когда-то узнала от Ask Mask. Я безумно им благодарна, что они познакомили меня с этой маской. Еще раз, промокод Линда. Если вы делаете заказ и вставляете это слово, вам скидка 10%, которую вы можете использовать для того, чтобы заказать доставку. Потому что доставка международная все-таки это не такая дешевая вещь, не такая приемлемая. Стоит она вот такая вот 3000 рублей, но она огромная. Вам нужно несколько капель на одно применение. Вот такой баночки, я вас уверяю, вам хватит больше, чем на год. У меня лицо не сказать, что маленькое. Давайте честно. У меня лицо среднее, и я ее использую и вот сюда, и вот сюда, и на колешки, и на попу, и на волосы. Поэтому у меня она улетает. Но этой баночке уже больше года. Смотрите, сколько ее еще. Понимаете? То есть вы один раз вложитесь в это, вы можете больше ничего не менять в своем уходе, и вы уже увидите, как качественно изменилась ваша кожа. Это я вам обещаю. Splash маска от Bliss. Магазин называется askmask.ru. Если вы не нашли в Казахстане, вы делаете заказ там. В графу промокод вставляете Линда. Мое имя. И вам делают скидку в 10%. Девочки, теперь внимательно. Если вдруг для вас доставка, ну, все-таки это международная доставка, понятно, что она не дешевая. Если вдруг вы понимаете, что вам нужна эта маска, вы это для себя сейчас решили, а я просто настоятельно рекомендую, вы будете довольны, я вам это обещаю, то вы можете написать мне в директ. Мы с вами сделаем коллективный заказ, и вы просто разделите стоимость доставки. Вот, например, у вас будет 5 или 10 человек. Каждый выберет себе какое-то средство. Мы сделаем этот заказ, я вас лично проведу,
вы сделаете заказ, вобьете этот промокод, этот заказ отправится вам коллективно, и вы просто поделите эту доставку. Это будет одна посылка, и сумма заказа будет поделена, раздроблена на, например, там, сколько у вас будет человек. И это будет для вас очень приемлемо по деньгам, я вам обещаю. Пожалуйста, еще раз. Я понимаю, что я повторяюсь. Вот они. Вот они, мои помогалочки. Они помогают мне действительно сиять, буквально сиять. Не просто, ах, я сияю, а действительно отсвечивать так, что у людей, ну, просто надо видеть их глаза, когда я говорю, сколько мне лет. Вот, ну, это очень приятно, потому что лицо всегда свежее, всегда отдохнувшее, подтянутое. То есть оно работает еще и с тургором кожи. То есть имеет лифтинг-эффект. И можно не наносить крем после, можно наносить, как считаете нужным, это уже как вам комфортно. Но эта штуковина должна быть у каждой девушки на земле, я просто настоятельно рекомендую. У компании Bliss много прикольных продуктов, у меня их всего 3, по-моему. Дальше я не знаю, вам советовать не буду, потому что я не знаю, какие еще есть средства. Но вот это революция. Никаких скрабов больше, не надо травмировать кожу. Вот сплэш-маски. Это работает с порами. Это работает, в принципе, со всей кожей. Вы можете их чередовать. Если вы возьмете 2, у меня 200 грамм, есть поменьше, есть по 100 миллилитров, по 150. Они чуть подешевле. Но ее хватает просто на дофигища. Мне 36. Я уже говорила не раз. Мне 36. Вот, девчонки, пожалуйста, запомните. Вы будете счастливы. Это цитрусовое. Это с зеленым чаем. Вот они две. Мои крутышки, мои помогалочки, мои сиялочки и вообще. Вот, пожалуйста, запомните. Еще раз тезисно. Магазин askmask.ru. Если вы решили сделать заказ, несколько человек, спешитесь между собой. Кто-то, или напишите мне, я вас в одну группу, я создам группу, вас объединю. Сделайте коллективный заказ, если вы вдруг не найдете этого в Казахстане. Но, по-моему, в Казахстане можно найти, просто попробуйте погуглить, хорошо? До волос мы с вами уже сейчас очень скоро дойдем. Мика, спасибо большое, мне очень приятно. Вам понравится, вы тоже будете выглядеть офигенно, потому что вам понравится, у вас кожа будет совершенно нового качества. Это как будто регенерация, как будто вам раз взяли вашу кожу, сняли и новую приделали. Во. Так что askmask.ru, умнички они, отлично работают, девочки супер, они вам все отправят. В лучшем виде, с деком, и вам можно не тратиться на то, чтобы самой оплачивать эту доставку. Напишите мне в директ, кто хочет, я вас соединю в одну группу, вы между собой договоритесь и поделите доставку. Ну, вот такой мы для вас вариант придумали с магазина Маск-Маск. Ну, либо вы можете заказать у них промокод Линда со скидкой, заказать у них, они отправят вам с деком. Да, очки для зрения, конечно, у меня -3 астигматика, я бы не видела, что вы печатаете, если бы я была без очков. Едем дальше! Едем дальше. Компания ТТ. Это чистая гиалуроновая кислота. Зачем, скажите мне, покупать дорогущие крема с содержанием гиалуроновой кислоты, когда можно взять ее просто в чистом виде? Компания ТТ. Есть гиалуроновая кислота у них, 100%, но мне больше нравится, вот у меня уже закончилась, осталась только одна штука с коллагеном и эластином. Они есть разные. Вы их используете как самостоятельно, под крема ваши любимые, какие бы они ни были, самостоятельно, просто без крема, под макияж ложится просто идеально. Чистая гиалуронка от ТТ. Либо какую вы сами предпочитаете. Я предпочитаю ТТ, потому что я тестировала уже огромную кучу разных гиалуроновых кислот. Это самая крутейшая. Она работает, я ее даже под глаза наношу. Вот такие маленькие, после 25 лет, наверное, знаете, такие вот сеточки морщины. Морщинами сложно назвать, но, в общем, около глаза такие прям такая сеточка, особенно когда устаешь или когда не выспался. Я ее наношу под глаза, на все лицо, на шею, на губы, когда я хочу их увлажнить. Это гиалурон. Ее в Алма-Ате точно можно купить, я это из Алматы привезла. Вот даже где ценник был. Не вспомню сейчас где, просто погуглите, возьмите в интернете, вбейте ТТ гиалуроновая кислота. Там 3 штуки, вот с таким вот удобным дозатором. Используйте ее для того, чтобы сделать вам ваш крем более мягким, и для того, чтобы его проникновение в глубокие слои кожи было транспортировка вашего крема.
крема в области слоей кожи была облеченная, да, для этого мы их под гиалуроновую кислоту. Вы можете не брать дорогущие крема, а в свой любимый крем добавлять просто несколько капель этой кислоты. Вот это такой вот гель, такой гелеобразной структуры. Добавляйте просто в свой кремик, вот какой вам нравится, неважно какой. Она вот так вот легко распределяется и увлажняет. Ну, вам сейчас не будет видно. Вот, все, уже скользит рука. Вот то же самое. Я все сегодня про корейскую косметику рассказываю. Только про корейскую. Ну, еще будет Клоранс, но остальное все, большинство своем корейская косметика. И она прям вот сразу, все, вот я только намазала, и все. И руки просто как стеклышки. Как будто по стеклу проводишь, вот по экрану. Вот то же самое. Поэтому гиалуронку мы используем с вами, девочки, в любом случае, всегда. Выберите себе какую-то другую, если вам, например, вы не найдете ТТ. Если вы не найдете ТТ, любую другую можете использовать смело. И обогащайте ею свой любимый крем. Любой. Либо использовать самостоятельно. Я делаю на гиалуронку даже макияж. Если у меня под рукой нет средства праймера под макияж специального, я делаю просто нормальный слой гиалуронки, делаю макияж, вот так все держится, кожа увлажнена, ничего не трескается, ничего не плывет, вот так вот держится. Поэтому гиалуроновая кислота от ТТ, либо любая, какая вам больше понравится. Едем дальше. У нас с вами не так много времени, сейчас опять отрубится этот эфир, блин. Продолжаем. Моя любимая гигиеническая помада. Это какая-то... Я сегодня говорила, мне такое ощущение, что там есть, знаете, вот у феи есть волшебная пыльца, у меня такое ощущение, что вот в эту гигиеническую помаду добавляют какую-то волшебную пыльцу, потому что я могу искусать губы, я этим болею с детства, я могу прям сидеть и кусать губы, я не знаю, какое-то нервное у меня это что ли. Вы можете просто искусать их, или они могут у вас треснуть, или высушиться там где-нибудь на жаре, но вот эта штуковина... за ночь приведет ваши губы в порядок. Просто будет ощущение, что не было никакого урона вашим губам и не было никаких болячек. Эта штука имеет, она вообще норвежская, она имеет под собой в своем составе какую-то специальную норвежскую формулу. У них там в Норвегии, видимо, очень холодно, но я там не была. Холодно, сыро и так далее, поэтому они разработали вот эту формулу. Это обычная гигиеническая помада. Без, ну такой есть легкий приятный запах. Без каких-то ярких, там, я не знаю, частиц, цветов и так далее. Просто гигиеничка, которая увлажняет кожу, питает ее, что очень важно, и ухаживает за ней. Любое потрескание, любое, что бы там ни было, называется она Нейтроджина. Вот. Тоже есть во всех аптеках. В Алмате точно есть. Вот. Нейтроджина. Какая штуковина крутая. Вот она... Вот мы очень любим с вами матовые помады. Матовые помады чего делают? Они сушат губы так, как будто ты их в Сахару куда-то свозила отдельно от себя, привезла, и они у тебя такие скукоженные. Вот эта штуковина наносится мной, по крайней мере, под матовую помаду сухую, под тинты. Вы ее нанесли, распределили, ну, естественно, нежирным слоем тихонечко, и сверху сделали матовую помаду. Офигенно держится помада и не иссушивает вам губы, как будто они у вас под солнцем полежали, как вяленые помидоры. Не будет такого ощущения, стянутости, кусками помада не будет отваливаться, и самое главное, это, опять же, лечебный эффект, я вам еще раз об этом говорю. Потрескались губы завтра мероприятия, Нейтроджина. Покусали губы завтра свидания, Нейтроджина. Она меня просто спасает, потому что я... нервяк на ножках, я постоянно нервничаю, за что-то переживаю, и у меня есть такая привычка, я кусаю губы, да, это так. Ну, сейчас я уже от этого более-менее избавляюсь, но в юности я просто их в кровь искусывала. Вот моя помогалочка, Нейтроджина. За скриншоте, она есть, я уверена, она есть во всех больших аптеках в Алма-Ате. В Алма-Ате есть две крупные, я знаю, по крайней мере, большие аптеки. Номер один и номер два. Одна на Фурманова, другая на Оэзова. Огромные аптеки, где есть практически все, о чем я сейчас говорю. Ну, имеется в виду аптечная косметика. И Факлар вот этот вот, уже мы его убрали, он тоже 100% там есть. Вот эта Нейтроджина, это прям помогалка. Вот она прям все делает для ваших губ, даже то, чего у нее не просите. Вот такая вот очень удобная штука. Дальше продолжаем тему аптеки. И вот это просто мазь. Витамин А, Д и Е для вашей кожи. Когда я только приехала в Москву,
У меня была страшная атопия, просто атопический дерматит, просто такое обострение, что я подходила к зеркалу, и мне казалось, что оно, вот я на него смотрю, и оно такое как и потрескалось от ужаса того, что оно видело. У меня просто были, я не хочу вам рассказывать, это было ужасно. Мой московский дерматовенеролог, никогда его не забуду, всегда с теплом вспоминаю, Тигран Ашотович Галстян, посоветовал мне эту и еще несколько мазей и сказал, вот именно это А, Д, Е, Радевит она называется, и витаминки А, Д, Е, это пища для нашей кожи, еда. Накорми свою кожу. Это аптечная мазь, она не продается в магазинах, она продается только в аптеке, потому что это аптечный препарат. Вот так она выглядит, просто мазь. И она питает вашу кожу всем необходимым, что нужно, и имеет отбеливающий эффект. Если я на ночь, опять же, не толстым слоем, на ночь ее нанесла, чтобы просто попитать, ну вот она у меня устала, вот у меня там какие-то были съемки, или какие-то гастроли, или какие-то переезды, или просто я задолбалась там за неделю, я там сделала 10 выездов из дома, и мне некогда нормально сесть, полноценно поухаживать за кожей, поспать бы, то я наношу вот эту мазь Радевит. И она прям вот как будто, знаете, глоток свежего воздуха и куча витаминов. Она прям входит в вашу кожу за ночь. И утром вы просыпаетесь, во-первых, она более упругая, во-вторых, она прям однотонная. У меня от мамы есть привет, и вообще от всех женщин в моем роду некие конопушки. Я не знаю, почему они у меня, я черненькая, но у меня конопушки, и я их немножко стесняюсь, потому что я вообще не очень люблю конопушки, а на себе я их вообще не переношу, потому что они мне не идут, я вообще не представляю, откуда они у меня взялись. И она их каким-то образом убирает. И вот здесь у меня около носа, наверное, вы знаете, девчонки, есть у всех вот такая штуковина, это некая куперозная сетка, такая, особенно когда жарко, и такие щечки становятся красные, и вот здесь вот такие вот маленькие сосудики. И эта штуковина, она прям убирает сосуды туда-назад, и вы просыпаетесь с абсолютно однотонным ровным лицом. Это прям кайф, это прям супер штуковина. Ничего-ничего, Динар, я подержу, скриншотьте. Радевит есть во всех аптеках. Я лично брала ее в аптеке на Уэзово, чуть ниже ВДНХ, Атакента. В аптеках. Нумеролог Финкод. В аптеках. Это аптечный препарат для смягчения и питания кожи, она называется. Но это крутейшая штука. Часто ее мы не используем. Она все-таки тяжелая. У нее достаточно тяжелая структура. Почему? Это не новая, я при вас открою. Почему? Потому что... Опа. Почему? Потому что она все-таки питание. Ну, то есть у нее прям достаточно сильный состав, структура, и она прям такая тяжелая. Для кожи я не люблю тяжелые крема, я уже вам говорила, все эти жирные крема, они уже ушли в прошлый век, уже это нам все не нужно. Прям кайфная штуковина. Опять же, все твердости, какие, где есть сухая кожа, полностью все это промазываете. Где у вас нужно попитать кожу, например, она уставшая, я вам уже рассказывала, при каких обстоятельствах может быть уставшей, вы ее прям кормите, как Тигран Ашотович сказал, это еда для кожи. Мазь Радевит. Все успели? Если кто-то не успел, скажите, я вам еще раз ее покажу. И она тяжеловатая, вы ее можете воспринимать как маску. То есть вы ее нанесли на ночь, поспали с ней, утром встали, обрадовались. На следующий день своим обычным кремом, еще раз своим обычным кремом, в конце недели еще раз нанесли. Вы уже будете смотреть по потребностям. Не надо каждый день ее мазать, не надо там раз в месяц ее пользоваться по потребностям. Увидели, что кожа подустала. У меня атопический дерматит, я использую. Псориаз – это более серьезная вещь. Я думаю, что там все-таки специализированные средства нужны. Но для смягчения она, я уверена, подойдет и для псориаза, потому что атопический дерматит – это легкая форма, можно сказать, очень легкая форма псориаза, потому что это реально вылазит тогда, когда тебе не надо, когда ты понервничала, то есть, ну, так же, как и псориаз, не дай бог, конечно, перейдет у меня в эту форму, но я стараюсь сейчас минимально нервничать и больше за собой ухаживать, и самое главное, мы с вами об этом говорим всегда в наших прямых эфирах, это спокойное сердечко. Если у тебя спокойное сердце, если у тебя ни за что не переживает твой мозг, не болит твое сердце, то ты не создаешь вот этот вот эмоциональный фон, при котором ты постоянно нервничаешь, у тебя постоянно что-то, и это обязательно сказывается на вашей коже. Всегда. Поэтому спокойненько, что бы ни произошло, уже произошло.
Ну, смысл сидеть, переживать. Блин, что делать? Дай, пожалуйста, зарядку. Что делать? Кошмар, что уже произошло. Холодный рассудок. Как выйти из ситуации? Что надо сделать для того, чтобы предотвратить? Все. Переживать, заламывать руки, плакать, падать в обмороки. Смысл? Хуже только вам. Ситуация уже случилась, вы на нее никак не можете повлиять. Самая главная молитва, которую научила меня моя мама. Боже, дай мне сил принять то, что я изменить не могу. Вы же не ругаетесь на солнце за то, что оно сегодня не вышло. Вы говорите, ах, сегодня пасмурная погода. Ну ладно, вы же не сидите, не ругаете солнце 2 часа и не тратите свои нервы. Не делайте этого. Спокойно. Вот максимально, да, понятно, что это такой совет, ну, двоякий, да, потому что когда что-то происходит, мы, конечно, реагируем. Естественно. Но реагируйте минуту, реагируйте 5, отреагируйте час, если это какая-то серьезная ситуация. Но не весь день переживать, кусать губы и говорить, господи, что, как так могло произойти? Уже произошло. Все, это уже в прошлом, туда вернуться, изменить невозможно. Держите себя keep calm, держите себя в спокойствии. Конечно, конечно, держите себя в спокойствии. И тогда вы поймете, что у вас меняется качественно и желудок спокойненько работает, и никакие дисбактериозы, никакие расстройства. А все-таки состояние кишечника, если вы не знали, то это наша кожа напрямую. Если вы что-то не то съели, что-то высыпало. Понимаете, о чем я? Если вы съели острого, по крайней мере, у меня обязательно какая-нибудь штучка начнет чесаться. Поэтому следите за кишечником, следите за тем, что вы, за тем, что вы кушаете. Меньше жареного, меньше сложный совет. Я сама страдаю тем, что я обожаю жареное. Но просто максимально можно избежать, избегайте. И не нервничайте. Самое важное. Как, чем больше мы нервничаем, тем больше всякой хрени почему-то вылазит на нашем лице и на нашем теле. Просто спокойненько. Он что-то сделал, придурок. Ну он же придурок. Ну она же дура. Вы что нервничаете? От того, что вы будете нервничать, он умнее не станет. Вам, вы себе хуже делаете. Вы понервничали, у вас общий фон нервов обострился, начинаются какие-то почесушки, начинается обострение псориаза, начинается обострение ваших каких-то хронических болезней. В моем случае это атопический дерматит. Смысла нет. Я не вижу. Я не говорю, станьте к снежной королеве и ничего никак вообще не реагируйте. Конечно, мы будем реагировать. Мы девочки, мы эмоциональные существа. Но не в ущерб себе. Хорошо? Так, сейчас я быстренько включу, у меня садится телефон. Подождите секунду. Ну, как я это включу? Понятия не имею. Ну, вот все. Чуть я от вас не ушла нечаянно. Может, если я подвину? Подожди. Чуть подвину в бок. Странно, он что-то садится. Я думала, что он вытянет эфир. Я уже заряжала. Во, супер. Давай. Продолжаем. И дальше мы с вами поговорим об очищении. Кто знает ту штуку? Скажите мне, пожалуйста, биодерма. Это мицеллярная вода, которой пользуются все визажисты, все гримеры. Все, кто шарит именно в косметологии, то есть кто понимает, что такое кожа, как с ней взаимодействовать, биодерма. Биодерма продается в аптеках, точно 100% продается на Уэзово в Алмате. 100% я там покупала, когда забыла. Когда забыла, я полетела в Алмату по делам и забыла с собой биодерму взять, поехала, купила там. Она есть в маленьком формате, можете попробовать, если вы там опасаетесь. Но эта штуковина самое лучшее, что может быть для снятия макияжа. Вот просто лучшее. Потому что, вот представьте себе, актриса сидит в кадре, и ей нужна смена грима. Все, вот они сняли один день, да, мы сняли один день, теперь нам нужно снимать другой день. Все это снимается, естественно, в один день. Разный грим. И для того, чтобы не обострить никакие болезни, не вызвать красноту, дискомфорт, для того, чтобы у актрисы тут же перепоменять грим, тут же ей наложить новый тон, сделать новый грим, она пошла сразу в кадр, визажисты в кино тоже используют биодерму, потому что она абсолютно безопасна, она не вызывает красноту, она наоборот ее убирает. Она убирает какие-то мелкие раздражения, сухость. Вот эта штуковина, это единственная мицеллярная вода, именно красная для чувствительной кожи. Она есть синяя, по-моему, и зеленая, по-моему. Я синюю пробовала, ну, такое. Зеленую пробовала, ну, тоже что-то я не очень поняла. Вот эта штуковина, это она со мной уже, ну, тоже, наверное, лет 10. Как она появилась на рынке, где я ее вижу, я сразу ее покупаю, потому что,
Ну, без нее вообще никак. Вот снять макияж, убрать следы какие-то, какой-то грязи, если ты где-то там убиралась на балконе. Каждый день протирайте просто лицо биодермой, именно с красной крышкой. Есть маленькая, еще раз говорю, просто для того, чтобы попробовать. Я уверена, что она вам подойдет, она подходит абсолютно всем. Биодерма Сенсибио, я, наверное, трясу. Вот она. И она тоже имеет, очень правильный расход. То есть она такая, вот если большую такую возьмете, вам тоже хватит на дофига месяцев ее. На спонжик, ой, на ватный диск протерли, сняли макияж, еще раз протерли, все подсняли, кожа не краснеет, не раздражается. Слышала, мицеллярная вода равно ацетон для снятия лака. Да ну что вы, мицеллярная вода, мицеллярной воде рознь. Я вам рассказываю про средства, которые для моей суперчувствительной, супераллергичной кожи подходят больше всего. Вы можете не переживать, что у вас что-то вылезет или что это как ацетон работает для лака. Нет. Нет. Вот именно вот это, запомните ее, пожалуйста. Вот за скриншот. Сейчас как же сделать, чтобы... Вот. Именно вот эта водичка для снятия макияжа идеально. Идеально. Биодерма с красной крышкой. Я только ей снимаю макияж. Всегда. В любых условиях, в любой стране. Едем дальше. У меня, к сожалению, нет. Я вам показывала в первом эфире Фоклар, помните, от La Roche-Posay. У них есть лосьон, тоже в составе спирт. И мы протираем раз в неделю для того, чтобы просто очистить поры, чтобы они не забивались, и чтобы у нас не было черных точек, и чтобы наши поры были чистенькие, беленькие, чтобы они были стянутые. Мы иногда с вами можем себе позволить использовать средства с содержанием спирта. Вот Эфоклар, он идеальный. Но так как у меня не было в этот раз Эфоклар, я взяла Виши Нормадерм. Он тоже неплохой, у него, по-моему, более агрессивный, у него чуть больше спирта, я делаю его совсем чуть-чуть. И, пожалуйста, самое главное, запомните, если вы используете какие-то средства или лосьончики, или тоники на основе спирта, не надо им мазать все лицо, то есть протирать все лицо. Ни в коем случае, только ту зону, а это чаще всего Т-зона, которая жирнится, которая у нас постоянно блестит, где выделяется больше всего сала подкожного, которые там расширенные порки. Вот эта штука очень хорошая заменялка для Эфоклара, но я все-таки советую Эфоклар от La Roche-Posay. Я вам уже показывала, синяя такая штуковина, у меня баночка не сохранилась, она закончилась, я взяла Виши, тоже себе ничего, но более агрессивная. Ей я протираю только вот эту зону, чтобы очистить от загрязнений порки, и не чаще там раз ну, в 3 дня, 4, лучше в неделю. Я просто каждый день макияж, у вас я не знаю как. Тоже неплохая штуковина, но тут много спирта, имейте в виду. Дальше, опять же, возвращаясь к аптечной косметике. Не пугайтесь. Это Skinaren, гель. Подростки знают, что его советуют дерматологи от акне, от прыщей, от какой-то там еще страшной фигни со страшными названиями, но... Дерматолог Диана Демидион, потрясающий доктор, которая знает очень много про кожу, про ее состав, про аппаратную косметику, она сказала мне следующее. Если Skinaren гель наносить хотя бы несколько раз в день под все, то есть у вас есть какая-то сыворотка, какой-то крем, прям под все, первым слоем на совершенно чистое лицо, вы вообще забудете про проблемы с порами, с прыщами и так далее. Эта штука... Она действительно сильная, она работает с серьезными проблемами, но для нормальной кожи, у которой нет прыщей, у которой нет там серьезных проблем, она работает как такая вот заживлялка, даже нет, очищение, тонизирование, стягивание пор. То есть это абсолютно аптечная история, абсолютно, то есть она прям лечебная. Вы этим самым просто поддерживаете свои поры. Skinaren гель, крем не знаю, честное слово, я не пробовала крем, мне кажется, он более тяжелый, крем, он все-таки, гель, он все-таки более легкий, и он водянистый, он сразу впитывается. Просто раз в неделю, на ночь под свой крем, фигакс, тоненьким слоем, фигакс. Намазали сверху свои кремики, все, что там вы хотите, и она прям вот, ну, она... обеззараживает вот эта жидкость, которая внутри, она такая текучая,
она обеззараживает порки, стягивает их, потом лицо такое скукоженное, поэтому сверху обязательно кремиком. Но я просто настоятельно рекомендую, у меня, в принципе, перестали какие-то вылезать прыщики, какие-то мелкие, ну, знаете, бывают такие раздражения, там еще что-то. Но очень аккуратно, каждый день ни в коем случае под крем раз в неделю, максимум два раза в неделю, и вы забудете, что такое там какие-то серьезные воспаления и так далее. Эти воспаления, серьезнейшие такие, как акне, лечатся именно скинорентгелем. Ну, я думаю, что тут скринить не надо вам, да, наверное, долго держать, что скинорен, наверное, все знают. Директ прочитаю обязательно. Вы копия мамы, спасибо вам большое, для меня это комплимент. Спасибо. Едем дальше, потому что времени не так много. Там же в магазине askmask.ru я вам рассказывала, там промокод действует Линда на 10% скидки для вас, именно для моих девочек. Есть вот такая вот история, тоже от Bliss. Я вам показывала сплэш-маски, это супер, я вас заклинаю, возьмите себе сплэш-маску обязательно, потому что она работает как ничто не работает для кожи, по крайней мере, я не слышала, чтобы что-то вот было круче. Это спрессованная сыворотка, и выглядит она, и по консистенции она просто как глоток воды для вашей кожи. Это супер увлажнение, легкое, для лета идеальное. У нее абсолютно гелевая структура. Называется она Pressed Serum Crystal Ice Plant. Кристальный снежок. Ну, в общем, фиг его знает, кристальный ice plant, ну, какое-то растение, вот так она называется. Это очень крутая вещь, вот у нее уже немного осталось, она имеет такую гелевую структуру, вот, прям гель, очень легкую, она заменяет крем. То есть вы вот это вот, я против этих жирных кремов, какими наши мамы еще пользовались, она очень легкая, видите, прям вот, вот она. Все, она уже практически впиталась. И это как глоток воды для вашей кожи. Увлажнение легкое, не забивает поры. Я очень ее советую, потому что летом крема – это бяка. Летом кремами пользоваться, вот это ощущение, что ты потеешь под этим кремом, мне не нравится. Вот, Динарочка, смотрите. Вот она. Если вы найдете ее, и вы не любите тоже такие текстуры тяжелые, какие я не люблю, то для вас это будет, конечно, спасение. Ее можно использовать как крем, это прям вот глоток воды для вашей кожи. Супер увлажнение. Очень легкая текстура, очень быстро впитывается. И ощущение такое прям, ах, все тянется отлично, такой тургор, прям супер. Вот. Опять же, там же в этом магазине askmask.ru это все есть. И для вас существует промокод Линда. Доставка будет с деком. Международная компания по доставке, они вам отправят обязательно, вот с 10% скидкой, и вот эту скидку вы можете потратить на доставку, если вы не найдете этого в Казахстане. Если вы скооперируетесь, напишите мне все, кто хочет сделать там заказ, я соберу вас в одну группу, мы сделаем с вами группу в Инстаграме, и будем общаться на эту тему, вы сделаете коллективный заказ и поделите стоимость доставки, и тогда она вам выйдет вообще недорого. То есть вы даже ее не заметите, но у вас будут крутые средства. И вы будете знать, что это оригинал. Вот что важно. Там же в этом магазине есть вот такая вот waskmask.ru. Да, вот такая вот эссенция 9 семян. Я ее использую вместо крема. Это очень крутая питательная штука вместо крема. То есть она... Ну она вот... Что скажите, она все делает. Она увлажняет, она питает, она приводит в порядок общий тон кожи, то есть кожа становится такая прям, ну такая прям красивая, да, то есть прям фотогеничная, красивая, очень приятная, когда вблизи смотришь. И она очень экономичная, мы ее называем волшебная, потому что она, блин, не кончается вообще. То есть она там полгода назад, ее было вот так, наверное. Тоже буквально несколько штучек на лицо, это тоже от Bliss. Корейская косметика Bliss. Самая рабочая на сегодняшний день. Для меня не видно. Вот Bliss. Она есть 8 бобов, 9 бобов. Еще какая-то. Подберите по своим потребностям. Прям посидите, почитайте. Она есть темненькая водичка. Она вся на
семенах, бобах, она абсолютно натуральная и очень классно на самом деле работает. Еще новый бренд, который я недавно для себя открыла, корейская косметика, называется Vamisa. У меня есть только вот такой пробник, я его брала в составе бьюти-бокса. Вот такой, называется она тонер. Я ее использую тоже вместо крема на ночь, чтобы, опять же, не утяжелять вот это все жирное, забивает поры, все эти крема. Ох, я их не люблю. Вот, тоже на пальчики, сверху можно, на сыворотку можно самостоятельно. Очень крутая штука, обязательно возьму большой формат. Просто в бьюти-боксе были пробники, ну, как пробники, маленькие тревел-форматы, я этот буду возить с собой. Вот, очень крутая вещь. Она очень хорошо ухаживает за кожей в комплексе. То есть вы ее нанесли, все напитано, все увлажнено, красивого цвета, вы счастливы, все хорошо. Выберите для себя, если будете заказывать вас к маске, выберите по своим потребностям. Читайте обязательно. Вот у меня, да что такое? Вот у меня 9 бобов, у них есть 6, 8 что-то там семян. Короче, они разные, я вот себе вот это выбрала, она мне очень хорошо подошла. Вот. Это тоже вас к маске. Там же, от той же компании Bliss, найдите, где она продается у вас в Казахстане. Такая работающая косметика, прям все, все обещания выполняет. Уж мне привереди, поверьте. Вот, это гималайская розовая соль. Вот прям соль. Вы никогда не замечали, когда мы едем на отдых куда-то на океан, где соленый океан именно, соленый воздух, кожа всегда просто офигенно, не хочется уезжать. Замечали? То есть вы приезжаете туда, и кожа совершенно меняется, потому что соль очень плодотворно, благотворно влияет на кожу. Почему даже псориазы, какие-то серьезные кожные заболевания лечатся, например, на Мертвом море в Израиле? Почему? Потому что соль. Соль, она влияет на кожу более всего благотворно на этой планете. Вот это растворенная соль, чистая соль. Это жидкость для снятия макияжа, удаления загрязнений. Розовая гималайская соль. Опять же, от Bliss. Самая работающая корейская косметика на сегодняшний день, которую я знаю. Вот так, видно вам? Bliss. Вот она. Это растворенная соль с океана. Ну, можно ее так себе представить, вот с этого самого океана. Я ее стираю макияж, убираю загрязнения, просто могу протереть в течение дня. Очень хорошо влияет на кожу и практически, наверное, заменяет все средства, умывалки, все, что там только можно, потому что умываться мылом, еще раз я вам говорю, я категорически не рекомендую. Там везде в составе щелочь. Щелочь иссушивает все, что только можно. Если вам ваши порки иссушены, то ваша кожа активно начинает вырабатывать сало. Все, это опа. Это все. Если активно выработка сала, все, у вас забиваются поры и все, короче, все плохо. Плохо ложится макияж, плохо выглядит кожа, поры забиты, все плохо. Вот эту вот розовую гималайскую соль, пожалуйста, запомните. Она тоже крутая. Можно ее использовать вместе с биодермой, прям вместе. Есть такая система, семиступенчатая корейская система очищения лица. Сейчас это очень популярная тема, я попробовала, ну не 7 ступеней, но хотя бы 3-4, действительно работает. Чем лучше ты очищаешь лицо, тем лучше оно у тебя выглядит. Почему говорят, никогда нельзя засыпать с косметикой, никогда нельзя, обязательно смой, даже если вы приползли домой, обязательно смойте макияж, это очень важно. Поэтому несколько степеней очистки – это залог того, что кожа будет чувствовать себя хорошо. Поэтому вы можете сначала соль, потом биодерму, точнее, наоборот, сначала биодерму, потом соль, и потом уже что-то наносить уходовое на свое лицо. Столько вещей на кожу. Но вы же не единоразово наносите все это на кожу. Сегодня вы нанесли Родевит, он у вас поработал, напитал кожу. Завтра вы нанесли какой-то кремик после маски. Это разные все абсолютно препараты, и разные, у них разные действующие вещества, и у них разные показания. То есть сегодня вы ее увлажнили, завтра вы ее попитали, послезавтра вы ее выровняли и так далее. То есть мы же единоразово все это не наносим. Здравствуйте. Продолжаем. Изоск-маска тоже. Вот такие вот подушки есть крутые. Они, помните, я вам говорила про пилинг-скатку?
Да, я механическую вообще никак, скрабирование, механическую чистку не приветствую. Только мы растворяем наш верхний слой ороговевший, мы его не трем вот этими всеми мелкодисперсными скрабами ни в коем случае. Вот эта штуковина очень клевая. Она вот такая вот коробочка, тоже васк-маски, васкмаск.ру, называется она Фринвита. Вот видите, девушка держит такой пад. Вот такие пады, они отдельно запакован каждый вот таким вот образом. Там такой кругляшок. Одной стороной вы проходите по, опять же, не каждый день, раз в неделю вы это делаете, потому что это серьезно, это альтернатива салонной процедуре. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы взяли эту штучку, проделали одной стороной, тут написано сначала какой, сначала белый, потом розовый, и отшелушиваете верхний уже отмерший слой кожи. Сначала одной стороной вы его расплавили, потом переворачиваете, и другой стороной вы все подсняли. И вы прям увидите, как вот эти куски ороговевшей кожи будут отваливаться вам в руки. Вот это прям клевая вещь. Просто она хорошо очень очищает лицо. Я думаю, вам понравится. Фринвита называется. Не знаю, найдете вы ее или нет, но у вас в маске она есть. Уряж. Уряж, может быть, уряж хорошая, с косточками винограда, да? Уряж, у них действующее вещество, это вытяжка из косточки винограда. Хорошая косметика, но я предпочитаю Биодерм. Дальше, что я хотела? Вот, из косметики, которую вы все точно знаете, есть такая марка Clarins. Знаете вы 100% ее? Вот она, Clarins. Вот. У них много кремиков и вообще очень много декоративки и много еще кучи всего. Я бы не сказала, что это супер какая-то косметика. Ну, то есть она не такая, чтобы вау-эффект. Но вот этот крем от Clarins, это вау-эффект. Это глоток воды, опять же. Это увлажняющий крем, который я всегда беру с собой. То есть он заменяет вам сразу все. Если вы куда-то поехали на 3 дня, вам не обязательно брать, как я, кучу всего, маленьких баночек, еще чего-то. Вы можете бросить просто вот эту вот сумку, и это заменит вам все. Я его использую и под макияж, запросто, и увлажнялочка. И для того, чтобы кожа чувствовала себя комфортно на жаре и так далее. Вот такая вот маленькая штука. Можете заскриншотить ее. Она есть в большом формате, в такой круглой банке, в обычной. Но я всегда вам уже говорила, беру маленькое. Для того, чтобы было удобно путешествовать. Потому что в самолет, блин, не разрешают больше 100 мл брать. Ну, по-моему, нет этого. По-моему, нет фокуса, да? Вот, Clarins, линия Hydra Essential, увлажнение, эссенция для увлажнения, для нормальной и сухой кожи. Я нечаянно однажды взяла для жирной, по-моему, кожи и для сухой. Не так она работает, мне не так понравилось, но вот это для нормальной и сухой, я постоянно ее покупаю, она всегда у меня есть с собой, для того, чтобы либо на ручки, либо на лицо всегда можно было увлажнить. Увлажнение – это основа молодости. Как только кожа начинает сужиться, вылазит морщина. Ну, вы об этом знаете. Поэтому кожа должна быть увлажнена всегда. Вот такая. Normal to dry skin. Плохо видно, да, я понимаю. Ну, что я могу сделать? Вот так вот. Видно? Блин, этот Инстаграм уже забарил. И снова закончился час. У меня осталось всего 4 средства, но очень крутых. Для того, чтобы ваши ногти всегда выглядели так, как будто вы из салона. И кое-что для волос. Поэтому я еще буквально на 20 минут к вам вернусь. Ровно через 3 минуты. Я вернулась. И нас ждет третья, заключительная часть моего видео по уходу за собой. О средствах по уходу за собой. Сейчас я вам о них дорасскажу. Я вернулась. Почему Инстаграм так делает? И через час отрубается? Я не знаю. Девчонки, привет. Пацаны, привет. Всем привет. Еще раз привет!
Если бы он не отключал нас, я бы вам бы рассказывала все это время. Но он отключает, и через час я не знаю почему. Я хочу рассказать вам про вот эту мою недавнюю находку. Эта маска стоит, коробочка там 5 штук, стоит она 300 рублей. Вообще просто самое бюджетное, что только может быть. Девчонки, чтобы вы понимали, это тканевая маска, которую, в принципе, наверное, можно найти везде, потому что она недорогая, но при том, при всем, что она, наверное, самая недорогая маска, которую я покупала, она работает лучше всех остальных масок. Что она делает? Так, вы у меня все пришли, кто записывал? Мне, нам надо дождаться девочек. Айбек, я не поняла вашего сообщения. Я напоминаю, что я хамство и грубость не терплю, я блокирую сразу и навсегда. Поэтому будьте добры, заходя в мой эфир, вытирайте ноги, пожалуйста. Ну, если трезвая, я бухая когда-то была, что ли? Держим себя в руках, иначе вы сейчас вылетите отсюда просто навсегда. У нас здесь территория доброты и полного понимания и вежливости. Девчонки, вы вернулись? Я отпишитесь мне те, кто записывает, потому что мне надо, чтобы вы ничего не пропустили. Вот она, та самая штуковина, которая просто стерла поры с моего лица. По крайней мере, пусть не все, пока я пользуюсь только месяц, но вот в этом месте у нас у всех с вами порки есть, ну, по крайней мере, у тех, у кого вообще есть такая проблема, и вот в этой части, где они были самые маленькие, она просто стерла их, как будто ластиком. Я не понимаю, какой у нее принцип действия, я до сих пор не понимаю, что такого в этой корейской маске есть. 10-20 минут ее надо держать. Это тканевая маска, совершенно обычная по внешнему виду. Ничего особенного в ней нет, просто маска. Но она стирает поры, блин, как будто ластиком так тык-тык-тык и подстерли. Я думала, ну ладно, сейчас я посмотрю. Вот я один раз сделала эту маску, смотрю, поры вот здесь наверху просто исчезли. Я думаю, ха-ха, сейчас я похожу 2 дня, действие маски закончится. Действие вещества выведется из моей кожи, из моего лица, и эффект пропадет. Нет! Конечно, я его поддерживаю, я делаю эту масочку раз в неделю, но поры не возвращаются, а поры такая неприятная фигня. Ты наносишь макияж туда проваливается. Тебе приходится их затирать, по крайней мере, для фотосессий, но у меня такая специфика работы. Вот эта маска от компании, никак не могу понять, как правильно ее Ларворе... Ларвор, может быть, она по-французски звучит так. Ларвор. Короче, вот оно название. Но выглядит она вот так. Daily Care. Стоит 300 рублей 5 штук. То есть на 5 недель. Это больше, чем 1 месяц использования. И она просто стерла поры с моего лица. Нет, не все. Я не так давно использую. Но, видимо, пор стал еще меньше. И это так приятно, когда у тебя не пористое лицо. А у меня вот в этом месте всегда были поры. Да и на носу, в принципе, у всех поры. И вот в этом месте поры. И если тебе жарко, то их прям видно, потому что они открываются и начинают глотать кислород, потому что им его не хватает в жару. Запомните вот эту штуковину, и если у вас есть проблема расширенных пор, просто попробуйте. Я не знаю, где она продается в Казахстане, ничего не могу вам сказать, не нашла. Но, может быть, вы как-то так удачно погуглите и найдете. Это для меня открытие. Я пользовалась огромным количеством тканевых масок. Ну да, ну увлажняет, ну разглаживает, но ровно тогда, когда ты ее используешь. Эта штука не... Ее действие не заканчивается, у нее действие пролонгированное. То есть она тебе сузила поры, блин, они так и остались. Конечно, я поддерживаю, еще раз говорю, я раз в неделю обязательно пользуюсь этой маской. Но она прям солнышко. Вот прям запомните, заскриншотьте ее вот так вместе со мной. Успели?
Если вы ее найдете, вы не пожалеете. Спорами работает, ну, естественно, она подтягивает, как любая маска. Естественно, после нее мягкая кожа, естественно, после нее идеально ложится макияж и все дела. Но поры — это главное, что я отсюда вынесла. Я просто поняла, что эта штуковина ничего лучше спорами не работает. Никакая аппаратная косметология. Раньше я делала фото, несколько раз делала фототерапию. Да, поры стали меньше, но потом они опять вернулись. Это очень грустно. А вот эта штуковина пока меня очень радует. Работает спорами, запомните. Все вы, наверное, знаете косметику Бобби Браун. Бобби Браун — это косметика, которая, опять же, не тестируется на животных, поэтому я ее предпочитаю. У меня все карандаши практически Бобби Браун, корректоры Бобби Браун. Очень клевая косметика, и у них есть уходовая линия. Сыворотки, чего-то там, чего-то. Мне не нравится. То есть я не считаю, что компания, которая долго выпускала декоративную косметику, вдруг может сделать какую-то качественную линейку именно уходовой косметики. Поэтому у меня было несколько пробников, мне клали в заказ. Какие-то сыворотки, какая-то не очень, не знаю, я не поняла, как это работает. Но совершенно случайно мне попался пробник вот такой вот штуки. Называется эта линия сывороток Remedies. У меня номер 25. Она единственная такая белая, вы ее сразу узнаете. Давайте я остановлю на секунду. Она может подойти не всем, сразу говорю. Вот она. Вот. У нее очень большой расход. Она вот такая вот. Такая вот она, как кефирчик, как сметанка. У нее очень большой расход, на все лицо ее там надо несколько вот таких сплэшей, но на все лицо я пользовалась ей, ну, особого я там какого-то крутого эффекта не видела, и она очень дорогая, я ее больше покупать не буду точно для лица, но для глаз я ее возьму, потому что я начала наносить ее на глаза, она именно антиэйджевая, против морщин и против красных, ну, всяких покраснений, красных там проявлений и так далее. Она очень хорошо работает под глазами. Просто офигительно. То есть вот здесь вот уже, конечно, у всех у нас, взрослых девочек, конечно, появляются уже какие-то возрастные там первые морщинки. Она их просто очень хорошо забивает. И я вам скажу, что я заметила, что кожа стала более плотная. Я наношу сейчас под глаза только эту штуковину. Еще раз вам показываю ее. Bobbi Brown Remedies номер 25. Я наношу ее только под глаза, и меня очень устраивает то, какой стала моя кожа под глазами. Она стала более плотной, она стала более гладкой, что ли. То есть наносишь макияж, и он ложится совершенно по-другому. Но не идеально. Я бы не сказала, что она прям поменяла мое представление об уходе за кожей вокруг глаз, так как это сделала сплэш-маска, о которой я вам говорила. На сегодняшний день это лучшее, что я нашла под глаза. Девочки, у меня к вам большая просьба. Если вы знаете что-то, что работает под глаза круто, что действительно питает кожу, разглаживает вокруг глаз и делает ее более плотной или там увлажняет хорошо, напишите мне, потому что я до сих пор не могу найти стоящее средство вокруг глаз. Номер 25. Вот она. Bobbi Brown Remedies. У них очень много в этой линейке Remedies. Ну, если она 25-я, представляете, сколько там сывороток. Но вот эта, она под глаза работает очень хорошо. Если вы что-то знаете крутое под глаза, напишите мне, ладно? Потому что я до сих пор не знаю, не нашла еще что-то крутое. Пробую. Шампунь. Слушайте, есть разные, вот как раз про волосы, есть разные шампуни. Есть линия Джойка. Наверное, вы знаете, линия Джойка — это очень крутые шампуни. Клевые, работают, супер, дорогие, продаются у вас в Казахстане, у нас в Казахстане, здесь, в России тоже очень много где, она клевая. Но не всегда можно ее найти, не всегда можно выделить деньги из бюджета, у тебя кончился шампунь, тебе срочно надо что-то купить. Вот эту штуку, называется она Choco Coco, вот у меня их и шампунь, и кондиционер. Мне совершенно случайно, я вела какое-то мероприятие, называлось оно «Гранатовое сердце», как сейчас помню,
что-то связанное с благотворительностью, не помню, это было несколько лет назад, и мне дали такой подарочный пакет, и там были вот эти шампуники. Я влюбилась. Они так пахнут, после них волосы такие клёвые, они не летят, у меня все время пушатся волосы, и мне прям это бесит. Потому что я только уложусь, и такая пиу-пиу, и ты как пушистик, как лев. Если ты только помыла волосы, если ты их не уложила, ты у тебя вот такая вот прическа, ты как левушка ходишь, но это прям совсем грустно. И вот эта вот линейка, она для объема, но парадоксально то, что она, будучи для объема, она очень хорошо слушается, то есть волосы очень хорошо слушаются после применения этого шампуня. Шампунь и кондиционер. Вот кондиционер Volumizer, то есть он для объема, и вся красная линейка для объема, и шампунь тоже для объема, он восстанавливает. Доливали, что-то. Короче, без сульфатов. В общем, прикольная линейка. Обратите на нее внимание. Пахнет просто мега. Не жирнятся волосы. Сейчас я вам покажу. Так быстро, как жирнятся после, не знаю, остальных шампуней. Запах этот сохраняется, что самое прикольное. Сохраняется запах от волос. И реально, вот мне нравится, как она ухаживает за волосами. Эта линейка. Они есть еще зеленые. Это увлажняющая линейка, но она мне не очень зашла, хотя мне, в принципе, пористые волосы должна была зайти, не зашла. Вот я попользовалась зеленой, желтую я даже не пробовала, она для блондинов, что ли. А вот эту красненькую я прям вот себе постоянно покупаю, постоянно к ней возвращаюсь. Очень хорошо слушаются волосы, сложно грязнятся, не пахнут чем попало, не впитывают запахи. Ну, как-то он, видимо, их обволакивает, этот шампунь, и они прям такие, ну, клевые. То есть вы можете, например, сделать косичку, заснуть, утром проснуться, и у вас прям такие готовые локоны. Их не надо там специально прорабатывать чем-то, чтобы они держались. В общем, вот такая вот линейка. Называется Чока-Кока. Вот. Не знаю, есть ли в Казахстане, но, наверное, должно быть. В Казахстане сейчас все есть. Вот. Заскриншотили, успели? Вот. Опять же, для волос я не люблю масла. Очень часто нам советуют масла для волос. Но они тяжелые. Они как бы загрязняют, что ли, волосы. Я даже не могу объяснить. Ну, то есть, ты только помыла волосы, и тебе говорят, обработайте маслом, проработайте кончики, чтобы они не секлись. Да, блин, я только голову помыла. Зачем мне масло туда наливать? Но есть вот такая вот линейка, макадамия называется. Также есть Марокканойл, они практически одинаковые. Марокканойл, я уверена, что вы знаете. Но мне в макадамии больше нравится запах. Я от него просто тащусь. Вот. Это легкая маслица. Она очень легкая в виде спрея. И после того, как вы помыли волосы, вы можете нанести прям совсем маленько, вот с такого вот расстояния, прям 30 сантиметров, и вот так вот их пожамкать. Либо, когда вы выходите куда-то на мероприятие, сделали укладку сверху, оно дает очень хороший блеск, прям такой здоровый, нежирный, что самое главное. Не понимаю вообще, зачем масла такие тяжелые делают для волос. Но вот он дает такое очень легкое сияние, запах потрясающий, прям шлейф такой после вас остается. И работает с пушистостью тоже очень хорошо. И с тягучимися кончиками они просто не появляются. У меня такой маленький формат тоже всегда с собой, потому что, ну, удобно возить. Я очень люблю, когда удобно возить. Макадамия. Ну, макадамия гораздо круче, чем Марокканойл, тупо по запаху. А вообще это одно и то же. У Марокканойла тоже есть легкое масло. Марокканойл везде продается, вы его найдете без труда. Но макадамию я люблю больше. Если найдете макадамию, считайте, вам повезло. Легкое масло для волос. Natural Oil. Уход восстанавливающий с маслом органа и макадамии. Питает, увлажняет все дела. То есть, если брать масло, то легкое. Хорошо, чтобы мы не ходили с жирными волосами. Зачем? Ну и мы подходим к концу. Сейчас маленький секрет, маленький лайфхак. Сейчас везде, я не знаю, вы пользуетесь или нет, везде, практически в любой линейке, хоть Sally Hansen, хоть OPI, вот у меня C&D, есть масла для кутикулы. Почему они нужны, почему стоит обратить внимание? Это не блажь, это не то, что, о, давайте еще для кутикулы возьмем масло, вот нам делать нечего. Я вам объясню, зачем оно нужно. Вот есть старый формат, есть новый формат, оно более вкусно пахнет, это кокосом пахнет, я кокосы терпеть не могу. Но почему оно всегда должно быть в сумочке? Мы с вами не делаем маникюр каждый день. Мы делаем его раз в месяц, кто-то не делает вообще, у кого-то кутикула не растет, кто-то
сделал маникюр неудачно, на следующий день кутикула забахромилась, а надо на встречу или надо на съемку, это масло просто спасает. Вы его всегда бросайте в сумку или наносите перед выходом. Такая удобная кисточка. Но оно есть в разных форматах. Есть стиком, прям такая палочка, знаете, как карандаш. Вы его наносите буквально вот такими маленькими такими капельками. Нанесли, вот так вот в кутикулу втерли, неважно, делаете вы маникюр, не делаете вы маникюр, неважно. Втерли вот так, и у вас настолько ухоженные руки становятся, что ощущение, что вы его делали и только что. Как будто вы только что вышли с салона. Вот остальное ненужное подтираете. Вот у меня маникюр далеко не свежий, ему уже 1,5 недели, наверное. Но как только вы нанесли это масло, совершенно другой вид. Я это масло всегда ношу в сумочке, потому что где-то я там кладу руки на стол, когда я там на переговорах разговариваю или еще что-то. Когда сухая кутикула, всегда смотрится очень неухоженно. Еще раз говорю, неважно, делаете вы маникюр или нет, руки должны быть ухоженными. Это масло делает вид ваших рук прям настолько ухоженным, как будто вы только что вышли из салона красоты от мастера маникюра. Поэтому вот такое масло, оно есть вообще в любых местах, в каких-то маленьких, в любом салоне красоты они стоят на ресепшене. Любое маслечко, есть они с разными вкусами, прямо чтобы, опять же, запах был вкусный, если вам нравится. Но масло наносить на кутикулу надо. Мало того, что ухоженный вид, мало того, что у вас просто ухоженные красивые ручки, мы же девочки, нам это очень важно, так еще и оно имеет, опять же, накопительные эффекты. В какой-то момент кутикула успокаивается, она напитывается этими всеми полезными веществами масла, она перестает сушиться, она перестает бахромиться, она перестает давать заусенцы. У вас просто все время ухоженные ручки, ухоженная кутикула. Это очень важно для первого впечатления, например, или для правильного впечатления, которое вы хотите произвести. Это очень прикольная вещь. Я всегда ее ношу с собой. Куда-нибудь еду, в машине пока еду, на заднем сиденье сижу. И вот у меня синдишка, но опять же, они есть любые, разные, любой, кого вам нравится, возьмите. И раз нанесла, в кутикулу втерла, все, ты просто как будто только вышла от мастера. Ну, это такой маленький лайфхак, которым пользоваться, наверное, все-таки надо, потому что, ну, сейчас век такой, да, люди должны быть ухожены, и тогда с ними приятно иметь дело. Если мы хотим, чтобы с нами приятно было иметь дело, мы должны производить правильное впечатление и не сидеть с заусенцами на руках, хотя вы только неделю назад сделали маникюр, но вот так вот оно иногда бывает, потому что жарко, потому что сушится кутикула. Масло для кутикулы. Просто вы его, когда начнете им пользоваться, вы все поймете. Теперь самая дорогая штука, которая есть у меня когда-либо была, вообще не люблю дорогие вещи, никогда не считаю, что нужно тратить много на неоправданно много на себя, если есть аналоги, но я не вижу в этом никакого смысла, я считаю это большим разводом. Но этот крем того стоит. Это тот самый плотный крем, против которых я всегда выступаю и говорю, что я не люблю жирные, тяжелые крема, вот эти обычные, которыми мы пользовались раньше. Помните, Нивея там у нас была, еще что-то, и мы прям пощегляли, сидели за мамой, повторяли. Это действительно такой очень питательный крем, это единственный питательный крем, который у меня есть, у меня все больше увлажнялки, вы, наверное, уже убедились. Крем этот создала известный визажист, которая работает со звездами мировой величины, зовут ее Шарлотта Тилбур. Так крем и называется, Шарлотта Тилбур, Шарлотт Magic Cream. Он очень дорогой, он стоит в районе, наверное, $160. Ну, его хватает на очень долго, вот я его купила год точно назад, там еще ровно половина, что он, видите, не до конца здесь. И он прям клевый, то есть он питает полностью все, что нужно питать. Он создает ощущение полного комфорта после того, как у вас кожа где-то сгорела, или вы ее почему-то моете водопроводной водой, перестаньте, пожалуйста, это делать.
И после водопроводной воды я даже пыталась его под макияжность как раз наносить. Вроде было нормально, но к вечеру все равно макияж начинает плыть, потому что это все-таки крем. Если есть возможность у вас, он в Европе продается везде, в Москве его не видела, его заказывала, мне его привозили. Charlotte Tilbury Magic Cream. Charlotte Tilbury. Ну, я вам здесь не покажу никак название, хотя нет, покажу. Это единственный крем, который заслуживает внимания из дорогого сегмента высокой ценовой категории. Вот он. Шарлотта, она, еще раз скажу, визажист звезд, и это ее личная разработка на основании работы с звездами первой величины. Она просто понимала, какие есть потребности у звезд и какой уровень дэмэджа, да, то есть... Как? Ущерба, не травма, ущерб. Какой ущерб может нанести постоянное нанесение макияжа? Она видела это, она жалела звезд, с которыми она работает, она понимала, что у них кожа не отдыхает. И она создала вот такой крем. Он прям крутой. Прочитайте про него. Charlotte Tilbury Magic Cream. Прочитайте про него знают уже очень многие и специально его себе заказывают. Прям крутая штуковина. Вот она, еще раз. Прям питает супер. Ну и под занавес я вам покажу последнюю штучку, которая у меня есть в моем арсенале. Это... даже не знаю, как вам сказать. Это спасительная палочка, выручалочка. Вот такая коробка у нее. Это прям самая простая сыворотка, даже это сыворотка для лица. Она так называется, сыворотка для лица. Она продается... везде просто. Она у нее в основе глубоководные водоросли, и с ней была такая интересная история. Я всегда ее пользовалась для того, чтобы уплотнить кожу, чтобы она была равномерная, чтобы она была не разноцветная. И тут однажды я забыла свою мазь, и у меня было страшное раздражение. У меня все время по моте, видимо, это связано с экологией, какое-то прям ужасное раздражение. Я не могу, я... Постоянно чем-то покрываюсь, я плохо дышу в Алма-Ате, но, видимо, это связано с экологией. И у меня вылезла какая-то фигня, и у меня только вот эта штука была с собой. Ну, я же такая растеряшка, я все подряд позабывала, и у меня ничего не оставалось, как только нанести вот эту сыворотку. И вы знаете, она справилась с раздражением, с которым обычно справляются, гормональные крема на полном серьезе. Такие, как Триderm, такие, как, не дай бог, Флуцинар. Серьезные гормональные крема, которые работают с атопическим дерматитом. Он у меня обычно периорально, то есть вот здесь, вот в этой зоне, ужасно это все выглядит. И у меня пошло обострение, а мне в кадр, и я не знаю, что делать. А в кадре же видно все, камера всегда добавляет, там, я не знаю, несколько килограмм и вытаскивает наружу все твои несовершенства. Я намазала этой штукой, и на утро проснулась, и поняла, что эта штука сработала как-то удивительно. Называется она «Планета Органика». У нас есть целый в Москве магазин «Планета Органика». Я думала, это такая, противовозрастных изменений. Да что ж у нас сегодня? Вот. Я думала, она просто для того, чтобы поддержать, опять же, водоросли, да, очень полезная штука, поддержать состояние кожи в моменты, когда сложно там ей, когда ей жарко, или когда она иссушена, или когда она раздражена. Но эта штуковина справилась вот с такой серьезной проблемой, как атопический дерматит. Блин, это очень круто, я очень ее советую, после нее кожа ровная, прям вот однотонная, и можно... В принципе, даже не наносить тональный крем, немножко пудры, чуть-чуть корректора на синяки, которые у меня постоянно под глазами, не знаю почему. И она прям уплотняет вот саму кожу, она становится более плотная, становится более красивая прям такая. Она такая зелененькая, сейчас я не буду открывать, она новая у меня есть, по-моему, да, уже открытая. Есть? Вот она у меня есть открытая, которую я пользуюсь. Вот она такая зелененькая. Прям водоросли, глубоководные голубые водоросли. Вот она такая капелька. И вы ее прям распределяете по лицу. На утро просыпаетесь и говорите себе: мне нравится эта сыворотка. Что-то такое вы себе говорите. Да, полностью впитывается, никакого жирного блеска не оставляет. Что я только себе ради вас уже на руки сегодня не нанесла. И вот пахнет она прям...
травкой, водорослями, прям такая, ну, очень Planet Organica, почему? Потому что это натуральная штука, выжимка из водорослей. Я думаю, что вам понравится, если у вас где-то есть покраснение, шелушение или какие-то раздражения или еще что-то, она справится 100%. С атопией справилась, 100% справится с этим. Ну, в принципе, все, и Кайрат специально для вас, потому что вы спросили меня, вы думали, я не видела, я видела, спросили меня уже раз 30. Девчонки, я вам очень советую, я маньяк ароматовый, можно так сказать, ароматовый маньяк. Я очень люблю парфюмы, очень-очень-очень люблю и охочусь всегда за чем-то необычным. Самые любимые мои духи — это Ralph Lauren голубой, но он есть далеко не везде, классический голубой. Но вот это моя находка, это Marc Jacobs, просто послушайте, где вы приобретаете ароматы, просто зайдите, скажите, дайте мне классический декаданс, вот он так выглядит, послушайте его, я получаю комплименты каждую секунду, когда он на мне, он шлейфовый, он невероятно пахнет, он, я даже не могу объяснить вам, не могу объяснить, он такой глубокий, в то же время легкий, в то же время сладкий, в то же время свежий. Ну, то есть лучше этих духов на сегодняшний день, наверное, я для себя ничего не нашла, кроме старья, который я очень люблю. Это Iceberg Twice, старый добрый, это Ralph Lauren голубой, счастье мое. Это Salvador Dalí Daily Mix, который снят с производства так же, как и Iceberg Twice. А вот это есть сегодня везде, есть несколько вариаций. Marc Jacobs, и называется этот аромат Decadence. Вы не подумайте, я веган, это не натуральная, кожа змеи. Шикарный запах. Вот значит, вы знаете этот запах. Вот видите, уже люди подтверждают. Он правда шикарный. Какое правильное слово? Он шикарный. То есть вот, если я его нанесла, все. 600% будут куча комплиментов и куча вопросов, что это за аромат. Поэтому Marc Jacobs, Decadence, запомните, он есть здесь еще немножко такой светлый, голубой, он немножко по-другому пахнет, но тоже крутой, я его обязательно возьму, когда этот кончится. Но вот этот классический, он прям... Ах, ну, это прям очень круто, я надеюсь, вам понравится, я надеюсь, что вы что-то из сегодняшнего эфира для себя почерпнули, полезная, я очень старалась, я хотела с вами поделиться уже очень давно, но у меня не было возможности, извините, пожалуйста, вы постоянно писали, как ты за собой ухаживаешь, расскажи про свои любимые средства, но у меня не было возможности сесть спокойно, все это проработать, посмотреть, где это продается, поэтому я сегодня сделала такой большой эфир, я его обязательно сохраню. Кто не успел, мне сегодня уже писали, что обязательно сохраните эфир, мы не сможем, сегодня пятница. Хорошо, сохраню, вы его посмотрите, может быть, что-то важное для себя почерпнете. Я очень-очень надеюсь. Чем умываться вместо водопроводной воды? Я уже рассказывала, вот такая вот штука, называется она Bioderma. Bioderma Scras Sensibio, именно с красной крышкой, идеально она работает с покраснениями, с шелушениями, вообще со всеми несовершенствами, абсолютно безопасная, очень уходовая, для аллергичной, очень чувствительной кожи. И если у вас нет под рукой какого-то средства для снятия мицеллярки какой-то или еще чего-то, возьмите бутилированную воду, пожалуйста. Не надо наносить такой вред своей коже, умываться водой. Хорошо? Возьмите бутылку воды, умойтесь, и будет вам счастье. Потому что мы просто страшные вещи со своей кожей совершаем, мы даже не знаем об этом, потому что водопроводная вода, она супер неправильная, она очень жесткая, хлорированная, и кожа, конечно, вам спасибо не скажет, это сейчас я мягко. Вот такие вот дела. Если остались какие-то вопросы, я еще минут 5-10 могу с вами побыть и ответить вам на все ваши вопросы. Если какие-то... Все у меня экологичное, все не тестируется на животных, все натуральное, потому что я этичный веган, вы знаете об этом. Я не поддерживаю производителей, которые занимаются вивисекцией, тестируют на животных или добавляют какое-то огромное количество химии. Я этого ни в коем случае не использую, потому что по этическим соображениям, потому что веганы, ребята, особенные, немножечко того, у нас все должно быть cruelty-free, у нас все должно быть зеленое и все должно быть
такое, чтобы для мира было безопасно, потому что мы любим все живое и всех живых существ, и себя в первую очередь, наверное, потому что мы девочки, и мы должны за собой ухаживать. Обязательно безопасно, для того, чтобы в будущем не пожалеть об этом. Хорошо? Если остались какие-то еще вопросы, если что-то вы не успели заскриншотить, быстро мне говорите, я вам прямо сейчас покажу. И обязательно будет еще один подобный эфир, потому что сегодня было катастрофически мало людей, но меня предупреждали, что я выбрала неправильное время для эфира, вот такая я дурочка. Но у меня не было другого времени свободного, поэтому я сделаю обязательно еще эфир. Я надеюсь, скоро еще раз расскажу про все эти средства. Если что-то вы не успели, пишите мне в директ, я вам обязательно продублирую. И опять же, по поводу Askmask, 10% скидка для вас. Да, Зарина, я понимаю, о чем вы говорите. Это то, ради чего сегодняшний эфир вообще был собран. Это самое лучшее, что вы можете сделать для своей кожи. Давайте, резюме. Самая крутая штуковина. Сплэш-маска от Bliss. Вот она. Сплэш-маска, ее хватит вам на фиговую тучу вообще месяцев, я думаю, на полтора года. Найдите ее в своем городе, вы не пожалеете. Можете найти зеленую тоже, она работает с порами очень хорошо. Но желтая — это хит, хитович, она прям, ну, это must have. Это должно быть в ванной, стоять на ванной полочке любой девочки, потому что это сияние, это увлажнение, это уход. Сплэш-маска наносите на мокрые ручки, распределяете по лицу, по шее, по зоне декольте, на волосы остатки, на все сухие части тела, можете на все тело распределять. Это то, за что ваша кожа скажет вам спасибо, а окружающие просто не поймут, что произошло. Почему вы сияете? Но в полном смысле этого слова. Сияете. Спасибо вам огромное, что вы были со мной. Спасибо, что вы интересуетесь, потому что мне есть чем поделиться. Я никогда не думала, что это может быть интересно. Я не бьюти-блогер, но, видимо, вам нравится, как я выгляжу. Мне очень-очень приятно. Я готова делиться с вами вообще всеми секретами, какие есть. Смело пишите комментарии, что вам интересно. Может быть, как я питаюсь. Может быть, все, я готова открыть вам любые свои секреты. Поэтому пишите. Директ, в комментарии, куда угодно, я расскажу вам все, буду делать эфиры, теперь чаще буду исправляться, честное слово, у меня есть свидетель, который не даст мне соврать, и буду делать нашу с вами жизнь немножко полегче, потому что у меня большой опыт, я уже взрослая девочка, мне уже 36, как мы сегодня выяснили, и у меня, правда, большой опыт в использовании кучи вообще всякой ненужной фигни, и из этой всякой ненужной фигни я вычленила то, что сегодня вам рассказала об этом. Спасибо вам большое. Инесса, мы уже все сказали, но вы можете посмотреть эфир, я все сохранила. Динара, огромное спасибо, мне приятно. Мы, девчонки, мы должны вместе держаться. Girls power. Потому что мы должны друг другу помогать, мы же девчонки, мы должны друг другу советы правильные давать. Если у вас есть что-то вокруг глаз, напишите мне, потому что я не знаю, что это может быть. Крутое, я вообще устала искать уже что-то для глаз, я смирилась и подумала, ладно, буду пользоваться тем, что есть, вокруг глаз ничего нового. Поэтому напишите мне в директ, будем обмениваться опытом и встречаться, я слишком долго говорила, встречаться чаще в прямых эфирах. Договорились? Да, Кайрат, передаю. Маша, привет. Передала. Передай Кайрату привет. Вам тоже привет от Машки. Все, мы вас очень любим и всегда рады поделиться чем-то полезным. Пока! Пока-пока-пока-пока! Эфир сохраню обязательно, вот прямо сейчас. Доброй ночи!